эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 ноября 2016 года, вторник. По одному из старинных 15 день месяца Новодарова 7525 лета, четверик. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Здоровая красота. Путь к молодости через природу». Автор соведущая Екатерина Александровна Матанцева. Здравия, Екатерина! Здравия! Итак, надо, наверное, немножко рассказать о себе нашим радиослушателям, чтобы они поняли, кто ты и чем занимаешься, как ты оказалась на радио, почему именно эта тема у нас поднята. Ну, уже 7 лет я руковожу компанией, которая создает натуральную косметику. Мы используем 100% натуральное сырье. У нас идут полностью натуральные экстракты. Это экстракт жимолости, который выступает консервантом, экстракт шалфея, маклеи. Также мы используем более 60 видов эфирных масел, растительных масел, ну и российские экстракты, которые позволяют русским женщинам сохранять свою красоту на долгие годы. Вот. Ну и, соответственно, я к этой теме вообще создания натуральной косметики пришла, когда была беременна. Вот. Я ожидала малыша, и мне хотелось, чтобы не только продукты на столе, но и бытовая химия, косметика, которую я использую для своего малыша, она тоже была бы натуральной. И когда я стала изучать этикетки в магазинах, я поняла, что там просто какая-то азбука Менделеева и ничего не понятно. Я стала изучать, что же это за ингредиенты, и оказалось, что очень многие компоненты, которые сейчас используются в косметике, они химические, они негативно влияют на здоровье. И в то время был очень маленький выбор, и тогда мы с родителями решили создать натуральную полностью косметику, у которой не было какой-то там альтернативы, да, что, например, там, ну, консерванты пусть будут. Мы хотели именно создать косметику из того, что создала природа. Потому что я считаю, что в природе есть все необходимое для красоты, для молодости, для здоровья нашей кожи. Вот. И таким образом, где-то около 8 лет назад зародилась сама идея. И в этом месяце, как раз в ноябре, 23 ноября, наша компания «Мико» отмечает 7 лет. Вот. За это время накоплен большой опыт работы. Я очень много рассказываю на аромаклубах про свойства эфирных масел. Ну и хотелось бы, наверное, рассказать радиослушателям славянского радио о том, вообще, может быть, какие компоненты лучше не использовать в косметике, да? Как заботиться о своей коже, потому что у кожи тоже есть свои биоритмы. Вот. Ну и опять же можно рассказать об особенностях, например, что зимой, в чем нуждается наша кожа, да, что весной, что летом, то есть тоже от этого, от сезона зависит и уход за кожей. Хорошо, ну, наверное, тогда надо уточняющий вопрос задать. А чем плохи те химические, как ты сказала, ингредиенты, которые часто в современной косметике применяются? Ну, химия, она тоже ведь в природе встречается. Ну, и вот соли те же самые, какие-то соединения, есть они в природе и тоже природные. Но почему-то вот очень часто говорят, а давайте-ка мы от них будем отказываться. А кто-то говорит, нет-нет-нет, что вы, от этого нельзя отказаться. Они позволяют сохранять качество продукта, чтобы он долго хранился, они позволяют увеличить пышность волос там, или сразу кожа какая-то становится такая удивительная и так далее и тому подобное. Вот здесь, наверное, надо рассмотреть, в чем польза и чем вред, так сказать, ненатурального химического, как ты сказала, то есть полученного лабораторно, а не взятого из природы. Очень хороший вопрос, Алексей, прямо в точку. Но согласитесь, что вся наша природа состоит из химических элементов. Вот. И получается, что когда мы говорим о том, что вот натуральным буду пользоваться, но не натуральным не буду, очень резонный вопрос возникает. Ну, если наше тело, растительные масла – это тоже химические соединения, в чем же так плохи, собственно, химические компоненты, отдельно взятые сами по себе? Вот. Но получается, что все знают уже, да, сейчас доказано, что химические витамины, например, синтетические, они не выводятся из почек. Согласитесь? Вот. И в то время, когда там,
создавали организм человека, да, ну, как-то вот создатель, наверное, не подумал и не предусмотрел такой орган, который бы выводил химические соединения, которых нет в природе. У нас есть какие-то компоненты, которые выводятся через почки, какие-то компоненты через пот, через дыхание кожи, вот. Получается, что нет такого органа, который бы выводил, например, химическое соединение, которого не было до этого отдельно взятого в природе. Вот. И получается, что синтетические витамины, они откладываются в почках. Например, вот этот СЛС в шампунях, лауриосульфат натрия, он тоже в Америке проводили исследования, он откладывается в головном мозге. Особенно подвержены влиянию косметических средств дети и старики. И вот как раз СЛС проводили исследования, что он может провоцировать умственное отклонение у детей, потому что это химические компоненты, агрессивные, и здесь еще идет эффект накапливания. То есть, когда вы разово в гостинице приехали в другой город, помыли волосы шампунем с СЛС, или, там, например, с консервантами, да, сильными, с парабенами, то от одного воздействия ничего не будет. Но у нашего организма есть эффект накапливания, когда постоянно в маленьких дозах поступает компонент, то идет эффект накапливания. Ну, наверное, не очень хорошо про красоту, когда мы говорим, но можно поднять тему еще, что в Европе перестали люди разлагаться. Да? Заметили, что раньше перезахоронение можно было делать через 50 лет, а сейчас уже это не работает. Почему? Потому что люди едят продукты с консервантами, и вроде бы продолжительность жизни это не удлиняется у человека. Он точно так же стареет. Но тело, оно становится законсервированным, по сути. И оно перестает размножаться уже дальше в земле. Таким образом, это тоже показывает, что химические соединения, они не выводятся из организма, они остаются, и отсюда начинаются всякие болячки. Потому что то, что химическое, оно на самом деле не нужно нашему телу. Вот, и оно может негативно влиять на наше здоровье. Точно так же парабены – это сильные консерванты. Вред по ним не доказан. Тем не менее, производители сейчас стараются убирать эти консерванты из продуктов, потому что в молочных железах, где был обнаружен рак, были найдены парабеновые соединения. И таким образом, хоть и прямого вреда не доказано, но все равно, поскольку в дезодорантах особенно много было парабенов, есть риск того, что парабены именно провоцируют, в том числе, образование злокачественных опухолей. Точно так же уже доказано учеными аллергены. Аллергены – это отдушки, ароматизаторы, которые присутствуют в пище, которые в больших количествах присутствуют в бытовой химии, в косметике. Чем плохи аллергены? Тем, что аллергены, они, по сути, провоцируют иммунную систему. Да? Это такие раздражающие компоненты, которые тоже накапливаются в организме в течение 4 лет. И после 4 лет у человека может развиться аллергия. Сейчас 33% населения страдает аллергией. И не обязательно, что если у вас возникла аллергия на орехи или на молоко, то это спровоцировало, например, это же молоко, которое вы потребляли. Спровоцировать это как раз могли аллергены из косметики, из бытовой химии, где очень много аллергенов. Вот. То есть ослабилась иммунная система. И теперь на инородный белок реакция организма – это аллергия. Вот. Точно так же молодая мама могла пользоваться обычными стиральными порошками с отдушками, а у малыша дерматит, аллергия. То есть вот эта вот аллергия, она может возникнуть и на другой продукт. Но это именно говорит о том, что ослаблен иммунитет. И таким образом мы видим, что часто на экстракты не так много аллергии, как именно на сами отдушки. Люди иногда путают, ага, у меня вот аллергия пошла на этот продукт, наверное, это из-за этого экстракта, там один, дай бог, там два экстракта написаны в составе. На самом деле это может быть именно на отдушку. Потом минеральные масла, которые побочные продукты нефтепереработки. Их тоже используют в косметике, потому что дешево, потому что приятно наносится косметика. Но минеральная маска покрывает нашу кожу пленочкой. Алексей, вспомните, когда в воду выливается нефть. Там птицы погибают, да? Рыбы погибают. Случается часто, да. Да, потому что не дышит. А тем не менее, женщины каждый день наносят вот такую нефть, да, по сути, полиэтиленовый пакет себе на кожу. И кожа наша тоже перестает правильно функционировать, потому что нарушается кожное дыхание. И под этим, ну, такой пленочкой, да, по сути, невидимым полиэтиленовым пакетом, вот, когда кожа дышит, она выделяет какие-то компоненты, да,
загрязнения. И под этой пленочкой это все скапливается, и может возникнуть дерматит. Кожный дерматит, а женщина думает, ага, наверное, у меня аллергия. Вот. Хотя на самом деле смени косметику на ту, в которой нет минеральных масел, и тогда у тебя уже кожа будет дышать, ее функции не будут нарушаться, и, соответственно, не будет вот таких воспалений. Вот. То есть здесь очень бережно, конечно, нужно относиться, если у человека уже есть аллергия. Подбирать косметику с минимальным количеством, например, там, растительных масел, экстрактов и смотреть. Если нет реакции, хорошо. Но кожа постепенно она будет восстанавливать свои функции и начинать сама работать. Вот. Ну, наверное, опять же, станет вопрос о том, что люди часто выбирают в первую очередь, потому что это красиво, это практично и это доступно по цене. С красотой все понятно. Сейчас дизайнерские студии работают на промышленность и фармакологическую, и на пищевую, и на все, что связано со здоровьем и так далее. И работают на продуктовую. То есть все очень красиво упаковано, очень красиво смотрится и так далее. По поводу того, что пахнут хорошо, очень мягкие ощущения, когда там пальчиком помажешь, очень приятно, ну, я имею в виду там крема и так далее. Практично применять, не надо там куда-то в холодильнике убирать, не надо замораживать, не надо от солнечных лучей прятать. Вот как этот пузырек из магазина принес, поставил, так он и стоит. Нужно, брызнул чуть-чуть, помазался, и все отлично, все хорошо. А вот с природными-то тут возникает вопрос. Первое, что это не везде есть. Да, то есть малодоступно. Наверное, по цене, раз это мало, то, опять же, возникает вопрос, по цене это должно быть дороже, потому что, по идее, должно меньше храниться. Ну и, само собой, не так бросается в глаза, потому что все вспоминают какую-нибудь бабушку, которая травки заварила, какую-нибудь там создала какую-то мазь, и вот этим вот попочивала, помазала, и дальше все, одноразовое, и ушли. Ну, каждый раз к бабушке не набегаешься. То есть цена, удобство, хранение, доступность и так далее. Вот такой вопрос, наверное, который перед многими, кто задумывался о пользе и не пользе, встает. Да, на самом деле еще очень часто добавляют соли в эту тему сами маркетологи, которые на своих этикеточках пишут «эко», «натуральная косметика», там, «с экстрактом», «100% там, экстракт магнолии». Люди видят цифру 100%, думают, точно, 100% натуральный. На самом деле, людям нравится обманываться, скорее всего, вот в этих маркетинговых фишках тоже, потому что, правда, доходы населения невысокие. Но, тем не менее, я не скажу, что косметика натуральная должна стоить дороже. Очень часто большую стоимость продукта составляет упаковка и реклама, например, в глянцевом журнале. По телевизору очень дорого стоит реклама. И часто вы платите не за сам продукт, который там качественный, да, а именно за рекламу. Вот. А натуральная косметика, она часто небольшие производители не рекламируют, да, потому что нет таких бюджетов. И вы платите именно за само сырье. И всегда можно найти себе марку, которая будет доступна по цене, устраивать тебя, и при этом не будет содержать сильных агрессивных веществ. Вот. И тоже я хочу обратить внимание, многие думают, что это за натуральная косметика, ее там ненадежно консервируют, хранить в холодильнике. Я бы вот хотела как раз обезопасить и сказать, что в соответствии с нашим законодательством продукт должен быть надежно законсервирован. И выбирайте производителей, которые не говорят, что продукт нужно хранить в холодильнике. Потому что стандартные условия хранения косметического продукта – это комнатная температура, да? Вот там, от плюс 10 до 24 градусов. Не под прямыми солнечными лучами, понятно, на подоконник не надо ставить, но это стандартные условия комнатной температуры. И поэтому, если рекомендуют хранить в холодильнике, то что может возникнуть? Смотрите, вы берете косметику, она холодная, вы ее наносите на кожу, чуть-чуть ее разогреваете. Кожа у вас комнатной температуры. Вы наносите на кожу, и вместо того, чтобы крем, да, хорошо впитался, наполнил кожу витаминами, получается, что кожа от холодного продукта, она как бы закрывает поры. Ну, это, естественно, реакция кожи на холод. Вот. Второй момент. Здесь может быть риск возникновения купероза. То есть, когда на теплые часто наносишь холодные, то может возникнуть вот такие как бы венки. Вот. Это тоже не очень благоприятная история. Ну и самая главная, наверное, история, когда производитель ненадежно законсервировал косметику.
Вот у него используется недостаточное количество консервантов или компоненты, которые не обладают сильной бактерицидной активностью. Вот. Получается, что он уже изначально продает продукт, который не гарантирует, да, свою микробиологическую безопасность. Вот. Поэтому выбирайте производителей, которые протестировали свой продукт на срок жизни его. То есть, что вот написано год, 1 год хранится косметика, значит, ее протестировали в лаборатории, что она действительно выдерживает год хранения в комнатной температуре. И даже после вскрытия там тоже пишут, например, срок годности, либо 6 месяцев, там колпачок такой нарисован, и 6, или там 3М, может быть, написано. Вот. То есть в течение 6 месяцев или 3 месяцев при обычной комнатной температуре продукт будет сохраняться. То есть на это тоже обращайте внимание, что на самом деле, вот вспомните, мы делаем все заготовки, там соленья, да, варенья, они же хранятся у нас год-два, не портятся. То есть в природе есть вещества, которые консервируют. Брусника, да, обладает, тоже в ней есть компоненты, которые содержат там сорбиновую, салициловую кислоту. Вот. Много экстрактов, вот я говорю, жимолость мы используем, которая тоже содержит кислоты, за счет которых идет консервация продукта. Вот. И по поводу дизайна, да, что если вы действительно вам важно, что вы кушаете, что вы наносите на кожу, и вы хотели бы, чтобы кожа дольше сохранялась здоровой, потому что часто как получается, вот нанесли минеральное масло, потом кожа не дышит, там дерматит возник, еще какой-то продукт от воспаления покупаем, использовали шампунь с силиконами. А силиконы, они имеют крупную структуру, они проникают в структуру волоса и разрывают его со временем при регулярном использовании. Потом приходится покупать маски для волос. И понимаете, это такой порочный круг. И получается, что когда вы переходите на натуральную косметику, на косметику более щадящего, да, какого-то состава, без агрессивных компонентов, то у вас на самом деле вам нужно меньше продуктов. Вот, например, даже сменив моющее средство для посуды с агрессивного на экологичное моющее средство, вам не понадобится уже крем для рук, скорее всего. То есть кожа перестанет обезжириваться, и вам меньше нужно будет тратить крема для рук. Вот. А второй момент, например, когда вы используете щадящий шампунь, у вас не будут там ломкими волосы, вам не нужно будет маски покупать. На самом деле это такой здоровый подход, когда вам меньше продуктов нужно, и продукты часто будут универсальными. И, например, у нас тоже в компании есть гидрофильная масса, которая делает правильное очищение. То есть вот после такого правильного очищения коже иногда даже крем не нужен, потому что кожа правильно очищена, она увлажнена. Вот. Или, например, у нас стандартная технология, там, мы очищаем кожу, потом мы тонизируем ее, потом мы наносим крем. Получается, зачем нам нужен был этап тонизирования? Потому что как раз во время очищения на коже остаются химические компоненты, которые тоником мы удаляем. Вот. А когда у вас натуральное очищающее средство, то в принципе вам тоник не всегда будет и нужен. Вот. То есть тоже можно здесь сэкономить. То есть тут получается целая завязочка такая, да? Сначала мы наносим, потом это надо все убрать, стереть, потом еще раз нанести, чтобы потом опять все это убирать, стирать. А как тогда природные многокомпонентные? Вот как тогда, скажем так, природных компонентах, природных косметологии, косметики природной, избегать этого всего? Ведь правильно ты сказала, что химические все косметики, они используют, как правило, какое-то искусственное масло, которое покрывает человеческое тело, кожу, и потом, в общем-то, со временем наносит уже вред, потому что под этой пленочкой образуется что угодно, кроме полезного. Туда же и тело потеет под эту пленочку со всеми неприятными последствиями. Там же и бактерии могут поселиться, потому что они плодами этого потения будут питаться, ну и так далее, и тому подобное. А что в природном, никаких масел не используется? В природной косметике? Да. Используются натуральные масла. Натуральные масла, они как раз позволяют коже дышать. Они работают в верхних слоях кожи. Есть масла твердые, да, по виду. Например, масло ши, кокосовое масло. Они твердые при комнатной температуре. И они как раз хороши в зимний период. Их наносишь, и кожа, она защищается от внешней непогоды,
от температурных перепадов. Сейчас как раз вот зима. Крем, например, перед выходом на улицу лучше сейчас не наносить, да, как минимум там за 1,5 часа до выхода на улицу. Почему? Ну что в креме есть вода, если вы нанесете на кожу, то выйдя на улицу, вода может замерзнуть, вот эти кристаллики льда могут порвать кожу, да, могут быть микротрещинки. А масло растительное, например, кокосовое, ши, какао-масло, оно защищает кожу такой ну, масляной пленочкой, да, и кожа дышит, при этом она защищена от внешних факторов. В летний период лучше использовать масла жидкие, например, оливковое масло, почти что повторяет состав кожи, вот, по своему жирокислотному составу, миндальное масло. И иногда удивляются, у нас есть продукты с подсолнечным маслом. Он говорит, что подсолнечное масло, это же там вообще зачем? Вот, подсолнечное масло очень хорошо для заживления кожи. Оно очень хорошо смягчает кожу, например, вот пяточек, да, у кого потрескавшаяся кожа. То есть на самом деле каждое масло, оно настолько уникально. Вот есть масло рыжика, тоже сейчас в магазинах продается. Рыжик, он еще обладает бактерицидными свойствами. Заживляет кожу, тоже смягчает. Например, от порезов тоже хорошо, когда вот мужчины бреются, если есть порезы. То есть в природе очень много таких растительных масел. Масло шиповника тоже очень хорошо заживляет кожу, причем это наше масло. Вот. И когда ты пользуешь косметику с натуральными маслами, самое главное, да, что, во-первых, у тебя восстанавливается работа сальных желез. То есть у тебя кожа начинает сама работать, кожа дышит. И поэтому, вот даже используя масла в течение 2 недель с правильным, да, соотношением, получается, что у тебя через, например, 2 недели уже кожа не потребует крема для рук. То есть крем часто вот как раз, который содержит минеральное масло, ты его можешь годами наносить и думать, что у тебя кожа сухая. А попробовав использовать, например, натуральные масла, ты увидишь, что масла восстановили кожу, и кожа сама стала хорошо работать. Ну, это такой приятный бонус, что тоже это не пожизненно, это действительно восстанавливается кожа и начинает хорошо работать без внешней поддержки, подпитки иногда. То есть естественный процесс восстановления, да, жир выделяется в нужном количестве в нужные места. А с избытками как-то вот этого выделения, у нас же все привыкли, чтобы что-то не лоснилось, там пудры всякие девушки любят использовать, или какие-то крема, которые так немножко это убирают лоск, или вот часто прыгают под душ и утром, и вечером, и какими-то там пользуются, как это называется, даже не знаю это слово, как-то вылетает. Ну, наливают и вместо пенки, что ли, как там они называются, вместо мыла себя там помажут со всех сторон. И кажется, что они такие чистенькие все, скрипящие, выскакивают оттуда из-под душа. Вот про это что можно сказать? Да, даже, знаете, читала исследование, что женщины, которые моются больше 1 раза в день, там 2 раза, они чаще болеют молочницей. Потому что, ну, почему? Потому что шампуни, гели для душа часто имеют высокий pH. Вот. А высокий pH, он стимулирует развитие бактерий. Получается, когда мы часто моемся, у нас, во-первых, pH высокий, да, и на коже, во-первых, мы смываем с кожи кислотно-защитную мантию, которая на коже естественным образом есть, она защищает наш иммунитет, можно сказать, защищает нас от внешних факторов, от внешних инфекций. И когда мы, представляете, утром помылись, у нас после СЛС у стариков до 3 дней восстанавливается, да? У обычного человека, например, до 3 часов может восстанавливаться вот эта защитная функция кожи. Получается, мы смыли, мы сразу же пошли часто куда-то там в автобусе, в метро поехали. И мы в этот период мы никак не защищены от инфекций. Потом мы вечер, и силы организма тратятся, представляете, колоссальные, чтобы защитить себя. Потом мы вечером снова помылись, снова у нас идет высокий pH, там, опять мы смываем нашу защитную. И наша кожа, она начинает усиленно работать. Волосы, если тоже каждый день моете. Получается, что все время сальные железы работают как бы с надрывом. То есть им все время нужно защищать кожу головы. Вот. И получается, жирность образуется. Вот. В результате вы уже не можете со временем перестать мыть. У вас уже в излишке они работают.
Тут какой выход, единственный момент, что постепенно снижать частоту, то есть все-таки как-то перетерпеть, приобрести сухой шампунь, сейчас тоже есть такая фишка, сухой шампунь, наносишь его на волосы, он из пудры кукурузы состоит или риса, у нас тоже в ассортименте есть, наносишь на волосы и жирность уходит. Но таким образом жирность волос регулируется. То есть, если ты раньше мыл каждый день волосы, и у тебя сальные железы работали с избытком, то, например, можно перейти хотя бы через день мыть волосы. Это правда более безопасно для человека. То есть мыться каждый день можно, но просто водой хотя бы. Вода тоже сушит, но она, по крайней мере, не смывает эту защитную пленочку с нас. Вот. И дети особенно, да, как вот говорят, вот это антибактериальное мыло с химическим, да, триклозаном, оно удаляет все бактерии, но через полчаса бактерий на такой руке будет еще больше, чем просто на руке, которую помыли водой. Почему? Потому что на нашей коже, во-первых, кислая, да, кислый pH, и бактерии на ней не развиваются. Когда мы мылом с высоким pH смываем защиту, вот, и на высоком pH образуется больше бактерий, а защиту мы еще свою не наработали. И получается, что те, кто вроде бы любит чистоту, с одной стороны, больше даже подвержены сухости кожи, да, или, наоборот, излишней выработке кожного сала, у них, скорее всего, может страдать иммунитет. То есть мыться хорошо, водой классно, и выбирать при этом все-таки щадящие моющие средства без СЛС, без СЛЕС, без анионных ПАВов. Я хочу подтвердить твои слова, проводил разные эксперименты сам над собой, и вот в свое время, не так давно, проводил эксперимент, 2 месяца я не мыл голову вообще, то есть вообще не мыл. Ну, естественно, не сразу так, как скажем, а постепенно вот дошел до такого состояния, что 2 месяца волос вообще не мыл. Обнаружил такой интересный эффект, что не чесалась голова, не было никакого запаха, ничего там не выделялось и так далее. Волосы не выпадали, не вылезали. Ну, и опять же говорю, постепенно увеличивая сроки и меньше там употребляя различных моющих веществ. Вот. И понял, что, в общем-то, наш организм, он больше салит волосы тогда, когда их очень часто чем-то это сало, естественно, смывают. Чем реже начинается мытье головы, тем меньше выделяется сало, потому что оно меньше смывается. Волосы смазаны в достаточном количестве, их больше смазывать голове, ну, головным железом сальным не нужно, и поэтому не выделяется, нет загрязнения. Плюс ко всему, когда нет активного сала из влечения сала, поступления из желез, то в этом случае, опять же, тем зловредным бактериям, которые присутствуют, им питаться нечем, и там нету ни запаха, ничего. В общем, там и перхоть уходит, там и излишняя сухость уходит, там, ну, много чего уходит, само собой. Естественно, это я в виде эксперимента проводил, не рекомендую просто так кому-то делать, потому что скажут, вот там, сейчас Алексей чему-то научил такому, и мы там месяцами мыться не будем. Нет. И то же самое подтверждаю, что когда человек просто моется водой и желательно не каждые 5 минут бегать под душ, и не утром, вечером, а лучше так как-то вот, или короткие, очень короткое смывание, или, ну, хотя бы раз в день, да. Но я проводил, опять же, эксперимент, там не буду говорить, сколько чего я не мылся. Вот, дело не в этом. Опять же, заметил, что если не применяется какая-то химия, любая, вплоть до, ну, естественного мыла, даже самого-самого нейтрального, казалось бы, мыла, вот, то в этом случае тоже организм на это реагирует по-своему, меньше начинается выделение определенного там вещества, меньше запахов, меньше жира и так далее и тому подобное. Вот организм, он так устроен, интересно, что если, конечно, вы себя уже не довели до ручки, то он саморегулирует количество выделений на кожу и на волосы, ну и внутри тоже, в железо внутри секреции и так далее. Поэтому чем больше вы применяете искусственных элементов, привносите в себя и на себя, которых в природе не существует, тем больше ваш организм под них подстраивается и начинает сопротивляться этому. Чем меньше вы на себя их наносите, тем ваш организм работает более естественно. То есть без надрыва вы меньше пачкаетесь, вы меньше там как-то неприятно пахнете, на вас организуются те бактерии, которые дружественны вам, на вас организуется та пленочка защитная, которая дружественна вам, и, в общем-то, все хорошо, замечательно. Но, опять же, без фанатизма, друзья мои. Здорово. Угу. Я тоже хотела сказать, что у меня сыну 8 лет, и я всегда, хоть у меня целое производство, да, у нас много видов мыла натурального, ручного, я не мыла сыну волосы ни разу.
ни мылом, ни шампунем, просто водой. И у него волосы не пачкаются. И тоже многие мамы отмечали, что вот начали только хотя бы крапивой споласкивать волосы дочки, там 8 лет, все, сразу стали жирниться. То есть на самом деле организм очень четко чувствует, вот, и особенно на детях это хорошо видно. Уже вопросы к нам поступают. Мы еще поговорим или сразу, может быть, вопросы будем задавать? Как скажете. Ну хорошо, первый вопрос Виталий из Эстонии. Вопрос в эфир. Консерванты тоже опасны? Консерванты есть более такие опасные, да. Например, в России до сих пор некоторые производные формальдегида, да, используются. Парабены тоже, хоть вред не доказано, желательно избегать. Есть консерванты, которые не так опасны. Например, кислоты, салициловая кислота, сорбиновая кислота часто в натуральной косметике используются, бензоата натрия, энонисовая кислота используется тоже как натуральный консервант. То есть есть натуральные консерванты, которые не оказывают негативного влияния на организм, вот, в небольших дозах. Вот мы используем экстракт жимолости, шалфея, маклеи. То есть комбинация экстрактов позволяет гарантировать микробиологическую безопасность, против плесени маклеи работает, а шалфей выступает антиоксидантом. То есть, правда, в природе мы как раз работаем с исследованиями, когда проверяем натуральный экстракт и синтетический аналог, да, например, там просто витамин Е и экстракт шалфея. И оказывается, что экстракт шалфея по исследованию в 3 раза эффективнее витамина Е, потому что в экстракте шалфея много компонентов, да, там, условно говоря, до 300 компонентов. А там несколько видов токоферолов, альфа, бета, они более стабильны, чем витамин Е. Потом есть там витамины С, А. Вот. И как мы знаем, что один витамин стабилизирует другой витамин. И получается, когда ты используешь экстракт, у тебя уже в нем такая комбинация экстрактов, которые, ой, компонентов, которые друг друга стабилизируют. И система оказывается более устойчивым. А когда мы что-то забираем, даже из натурального сырья, один какой-то компонент, один в поле не воин, он не справляется с таким множеством задач, как нужно, например, продукту. Наверное, надо нашим радиослушателям пояснить, что такое вообще консервант, потому что консервант уже слово забитое и у всех на слуху, но что это такое, многие просто не понимают и даже не имеют представления. А консервант – это компонент, который обеспечивает срок хранения, микробиологическую безопасность косметики или пищевого продукта на протяжении всего срока годности. То есть, если написано 24 месяца, значит, консервант, который используется в этом продукте, он будет гарантировать, что там не будут размножаться бактерии в течение 24 месяцев после даты производства. Вот. И я думаю, что там еще всегда написано, что 24 месяца – это от даты производства и, например, 6 месяцев после вскрытия флакона. Потому что когда вы вскрыли флакон, там уже поступает воздух, там могут поступать бактерии, например, если косметика баночкой, туда кто-то лопаточкой или рукой залазит, да, там уже могут развиваться бактерии. Соответственно, после вскрытия уменьшается срок годности косметики. Надо, наверное, отметить, что консерванты делятся на несколько видов, и самый главный консервант, который везде применяется и в пищевой промышленности, это тот, который предотвращает развитие бактерий, потому что большинство натуральных элементов пользуются большой популярностью у бактерий, которые это воспринимают как свою пищу. Поэтому любой консервант в первую очередь, ну не любой, а большинство консервантов в первую очередь защищают те продукты, которые должны храниться, основная его роль, чтобы хранить продукты, от бактерий, чтобы они не развивались, не использовали. Вот поэтому как раз кислоты, о которых ты уже говорила, они являются естественными консервантами. Но есть еще консерванты другие, например, там от солнечных лучей, когда
чтобы вот, солнце не разрушало, да, какие-то элементы, и, да, и так далее. Но самый основной консервант – это, конечно, те, которые именно предотвращают развитие бактерий и поедание, то есть стухливание, да, вот это, так, чтобы запахи не появлялись там, подольше хранилось и так далее. То есть это вот что такое функция консерванта. Да, там получается трехстороннее действие против бактерий, это первое. Второе – это против грибков плесени, чтобы плесени не было. И третье – это антиоксидантный эффект, чтобы не прогоркали жиры. Да, когда вот этот прогоркшие жиры в продукте, это значит недостаточно было антиоксиданта, это токоферолы или вот экстракт розмарина, жим шалфея. Ну да, да, да. Вот, поэтому есть и природные консерванты, о чем ты уже говорил, это как раз жимолость, из которой берется кислота, и есть искусственные. Вот искусственные консерванты, они те потому искусственные. Вот уже неоднократно было замечено, и ты тоже здесь отметила очень хорошо, что искусственные витамины, например, они в организме не усваиваются, как они должны усваиваться, по идее. В большинстве своем они куда-то отлагаются в мышцы, в ткани, в кости, в почки, в печень, да куда угодно, хоть в сердце. И потом у человека начинаются проблемы. Получается, вроде бы он там витамины покупал, чтобы вылечиться, но при этом что-то одно, может быть, каким-то образом он и подлечил, может быть, под большим вопросом, да, но при этом свой организм, грубо говоря, загадил. Вот, то же самое и с антиоксидантами, то же самое там и с другими элементами. Все, что природное, каким-то образом, вот оно предусмотрено природой, что оно в природе, сдерживая одно, другим все-таки перерабатывается или хотя бы выводится. Вот как раз природные кислоты, многие и другие вещества природные, они являются консервантами, не нанося ущерб человеку, не откладываясь в организме, не разрушая его ткани. А вот искусственные, они, поскольку очень хорошо очищены, то в этом случае мы получаем эффект такой, что они сразу попадают в какое-то нужное, ну, может быть, даже ненужное место, и там застревают. То есть нет какого-то зацепочки, может, для наших природных элементов, чтобы их вывести из организма или как-то применить. То есть вот есть вещества, например, там вот рафинированный сахар, да, вот если сахар рафинированный лопать ложками, то в этом случае организм получает очень много неестественно для него питательного элемента, и начинает там человек разбухать очень быстро, жира где-то появляется. Но в то же время, если тот же сахар употреблять в продуктах, то в этом случае человек будет получать пользу, потому что вот он меньше откладывается, он полностью употребляется, да и плюс ко всему там клетчатка от продуктов, естественные микроэлементы попадают в организм. Вот примерно та же самая ситуация и с антиоксидантами, и с консервантами, и с прочими. Естественные по одному действуют, а искусственные по другому. Да, и, кстати, с этими, с ароматизаторами и прочим, тоже та же самая песня, насколько я понимаю. Да. Так, разобрались. Следующий вопрос. Владимир Змитевич. Екатерина, где купить вашу косметику? Да побольше, побольше. Ну, косметику Мико можно посмотреть в интернете на нашем сайте. Там есть адреса магазинов. У нас есть, в принципе, и в Мытищах магазин, который продает нашу косметику. Там в разделе «Где купить» есть адреса. Вопрос такой. Почему натуральной косметики, на твой взгляд, опять же, на прилавках каких-то супермаркетов, магазинчиков встретить, ну, скажем так, мягко скажем, сложнее, чем та, которая более привычна, которая более вредная, вот как вот выясняется, но натуральный меньше, а искусственный больше. А у нас хороший тоже вопрос. У нас всего 2% людей выбирают экологичные натуральные продукты. То есть это и косметику, и бытовую химию, и продукты питания. То есть они понимают, они осознанно делают выбор в пользу полезных продуктов. А остальное население, оно до 20% людей готово покупать какие-то натуральные продукты, да, если там, им объяснить, что это важно. То есть они готовы не полностью жизненный цикл свой снабдить с точки зрения эко, но некоторые продукты готовы. И вот им нужно рассказывать, говорить, и тогда они тоже готовы сделать выбор. А если рассматривать основную аудиторию 2%, то это очень мало людей. И поэтому торговые сети не берут такие продукты, которые, ну, соответственно, будут пользоваться всего 2% посетителей. Это просто будет неокупаемо, полка будет заниматься. Конечно, со временем, вот если в Германии там 14% это приверженцы
экологичной натуральной продукции, и до 30% людей, которые покупают периодически те или иные тоже органические натуральные продукты. Но у нас пока люди не готовы к этому, у нас больше смотрят на цену, потому что это еще связано с доходами. Ну и у нас не такая все-таки потребительская образованность у людей. То есть люди не всегда могут понять. Вот производитель написал, что экологичный стиральный порошок, а то, что там в составе и ароматизаторы могут быть, и какие-то химические агрессивные компоненты. То есть у нас еще очень слабое законодательство. Я вот, честно говоря, за то, чтобы все-таки государство больше заботилось о потребителях. То есть чтобы запрещало использование таких формулировок, как натуральный, экологичный, если производитель не подтвердил это документально. Но, к сожалению, законодательство пока слабое, и потребитель должен сам, да, если ему важно заботиться о себе, о своей семье, о своих детях, вот, то приходится самому изучать этот вопрос, ну и выбирать тех производителей, которым он доверяет. Вот. А когда будет расти количество таких потребителей, когда будет больше осведомленности, то, конечно, на полках магазинов будет больше таких производителей. Вот даже сейчас уже больше спрос, чем, например, 7 лет назад, когда мы начинали только. Тогда это было совсем очень глухо, совсем никто об этом не слышал и не знал. Сейчас люди уже как-то слышали, по крайней мере, что-то знают. Но сейчас уже, конечно, проще. Я думаю, что будущее, там, 5 лет, будет все больше появляться брендов именно такой натуральной органической направленности. А что написано на коробочке? Написано ли там слово, например, «эко» или какие-то еще брендовые такие словечки? Я говорю, у нас законодательство никак это не... Нет, вот на той, которая вот, которую ты выпускаешь, которая у тебя есть, вот там написано или просто написано какие-то слова, которые мелким шрифтом? У нас написано 100% натуральная косметика. Эко слово написано? На стиральном порошке написано «экологичный стиральный порошок». И вот я хочу тоже хороший вопрос, хочу обратить внимание. Смотрите, экологичный и натуральный – это равные понятия, Алексей, как ты думаешь? Я думаю, что не совсем равны, потому что натуральный может быть не экологичным для человека, натуральный может быть вредным, натуральный может быть полезным. Поэтому слово «натуральный» всего лишь говорит о том, что он произведен природой. Но дальше полезен он, не полезен – это под большим вопросом. А экологичный, опять же, это уже, уже более направленное, что экологичный – это, например, не наносит вреда природе или человеку. Правильно, да, потому что может быть экомех, да, он же не натуральный, но он бережет животных. И получается, что когда мы видим на бытовой химии экологичный стиральный порошок, это не значит, что он будет натуральный, обратите внимание, он может быть 100% химический, он просто разлагается в природе, например, за 28 дней. Вот. У нашей же бытовая химия Pure Water, она доступна по цене, если обычно разрекламируемый порошок стирка будет 14 рублей, нашим порошком стирка будет 10-12 рублей. То есть мы создаем такие формулы, чтобы они были доступны. И при этом у нас именно натуральные компоненты 100% используются. Вот. Ну и при этом мы его пишем экологично. Почему? Потому что у нас тоже есть подтверждение, что он разлагается в природе вот, за короткий период. Получается, что когда вы видите это на упаковке, это не значит, что это правда. Потому что маркетологи используют, на чем только не пишут эти формулировки, в пищевых продуктах это более регламентировано, в косметике бытовой химии здесь нужно самому проверять состав, к сожалению, быть образованным. Нет, ну я, во-первых, пятерку получил за то, что нашел два отличия, да? А во-вторых, вот все-таки... Такой ты в теме специалист. Нет, да бог с тобой. Восхищаюсь. Да бог с тобой, какой я в теме. Я так просто наслушался умных речей. Вот как попка повторяю, попугай. Скажи мне, пожалуйста, ну а кто мешает, например, опять же, слово «эко» писать на своей продукции? Ну, разве это кем-то запрещено? А люди уже привыкли, что слово «эко» это означает что-то такое, вот, чего надо брать. Ну, мы на бытовой химии пишем экологичное моющее. Нет, именно вот эко там, эко такое, чтобы бросалось в глаза там зелеными буквами, эко, чтобы там любой заходя, ух ты, эко, беру. Да, мы как-то в эти штампы не попадаем, к сожалению. Мы все-таки идем своим путем, строим свои ценности и диалог с потребителем. Я надеюсь, когда-нибудь это воздастся все-таки, когда ты именно не просто гринвошингом занимаешься, да, и вводишь в заблуждение людей, а когда ты выстраиваешь честную коммуникацию.
Ну, пока вот так. Ну, по легких путей не ищем, прорубаем сквозь дебри свою дорогу, торим дорогу сами. Ну, хороший путь, честный, правильный. Вопрос только, быстрый он или не быстрый, да? И сколько еще за это время паразиты, которые любят писать всякие бросающие слова, отравят других людей? Ну, это ладно, это вопрос уже, наверное, для другой передачи. Так, дальше. Дальше. Такой вот тоже возникает часто вопрос. Ладно, подняли тему о том, что природное это здорово, это хорошо, а где клинические испытания? Где доказательства того, что люди, которые употребляют естественные продукты, естественную косметику, естественную бытовую химию, ну и так далее, тому подобное, парфюмерию, они живут, больше живут, счастливее, ничем не болеют или болеют меньше, и заболевания не такие серьезные. Вот какие-то есть исследования, о которых можно сказать, что вот, на, читай и не задавай дурацких вопросов. Ну, вообще, я поражаюсь, такие сегодня интересные вопросы задают. А как ты думала? На самом деле, я тоже за то, когда люди очень строго начинают придерживаться эко, я уже такой человек, который, когда ты только начинаешь тему изучать, ты очень строго к ней подходишь и начинаешь там всем рассказывать, как важно жить экологично, все. Вот. Сейчас, поскольку я уже 7 лет в этой теме, 8, я уже более спокойно отношусь, и я, честно говоря, говорю людям. Проводили исследования, есть долгожители. Дожили там до 120 лет. Одни жили высоко в горах, другие в низине. Одни курили всю жизнь, другие не курили. Одни пили вино, там, другие не пили. Одни имели много женщин, другие были девственниками. Вот какие критерии? Они искали очень много вот моментов, а что же тогда у них было общее, почему они жили долго? Ну, с одной стороны, да, это, конечно, в основном всегда позитивные люди. Они живут дольше, это тоже есть исследования. А основной это, конечно, момент по этому исследованию был, что они не мылись. Вот мы с вами обсуждали по поводу мыла, да, что действительно химические компоненты, они смывают защитную пленочку, вот, и страдает от этого иммунитет и больше заболеваний. На самом деле, когда вы приходите к экологичному образу жизни, обычно вас подталкивает к этому судьба. Либо появляется ребенок, и вы уже не задумываетесь, а будет на него этот СЛС влиять, не будет эти фосфаты оказывать влияние в стиральном порошке. Вы просто хотите, чтобы вашему ребенку правда было хорошо. И если что-то обезопасит, то вы это берете. Вот. Когда, например, человек сталкивается с аллергией, у него уже потребность изнутри, да, что он не может обычной химией пользоваться, он ищет экологичные гипоаллергенные средства для стирки. Вот. Точно так же, когда, например, сейчас многие люди, семьи молодые, не могут забеременеть, тоже особый путь. Начинают сначала натурально питаться, потом начинают изучать вопрос химии, там, косметики, и тоже приходят к этому пути. Вот просто так, чтобы вот молодой человек себя заинтересовался, это обычно какой-то такой духовный путь. Но я вам честно скажу, что человек, который не ест мясо, который живет полностью экологично, никто не гарантирует, что он проживет дольше, чем человек, который курил, гулял, там, веселился. Нет таких гарантий. Все зависит очень от человека, и обычно зависит все-таки от его в целом позитивности и жизнерадостности, мне кажется. Потому что, знаете, иногда вегетарианцы, они так агрессивно нападают на людей, которые едят мясо, что ты сидишь и думаешь, вот ты там животное не убил, но ты 10 людям сейчас просто вынес мозг и просто там ниже плинтуса опустил. И ты уже начинаешь смотреть там на этичность, насколько человек более гармонично к людям относится. Я все-таки за такую радость жизни, особенно я как женщина, да, мне кажется, женщина вообще рождена, чтобы жить в удовольствии, да, чтобы было комфортно, хорошо, чтобы она была позитивной, наполняла своего мужчины там какими-то хорошими энергиями, да, чтобы он шел там, сподвигался на великие дела. И получается, что если ты будешь на этом эко-образе жизни недовольный, да, обделенный, да фиг с ним, иди там, сделай то, что тебе нравится, но будь радостна при этом. А если тебе этот экологичный образ жизни действительно дает какую-то уверенность, дает жизненные силы, потому что ты меньше болеешь, это правда, ты меньше болеешь, статистика есть поэтому. Вот. То есть у тебя там, ты легче утром встаешь, соответственно, ты больше можешь успеть. То есть вот если тебе это близко, то ты выходишь на этот уровень. Надеюсь, ответила.
Ну, в общем, да, Здесь с тобой согласен, на меня тут тоже несколько раз нападали. Я сам уже долгое время вегетарианец, и все что-то проходило, и вот какие-то были такие открытия Америки через форточку, ты понимаешь, что хопеньки так болеть перестал ни с того ни с сего, прибавилось как-то вот энергии в организме, больше можешь делать, вот, и как-то так мир более позитивный, но при этом тебя смущает, ну почему же другие-то люди вот продолжают это вот все есть, почему они не понимают, что вот так же лучше жить, так проще жить, по всем направлениям проще, и здоровье лучше, и настроение лучше, и там это, там, вплоть до того, что там зверушек из-за тебя не убивают, ты как-то вот не берешь на себя то, что там называется в современном понимании грех там, да, за убийство невинных, вот вплоть до этого, и ты ходишь с ним, говоришь, ребят, ну перестаньте вы эту трупятину там есть. А потом понимаешь, а что ты на них нападаешь-то? Вот нужно какое-то, чтобы прошло какая-то адаптация, и ты понимаешь, а это их путь развития. Им, видимо, это надо для чего-то. Они должны, может быть, через это пройти. Как ты можешь за кого-то решать, должен это или не должен, нужно ему это или не нужно, здоровый он хочет быть или... Может быть, так вот сейчас ему как раз в этой жизни такая программа прописана, чтобы он какое-то время поел вот это, чтобы он сделал вот это, чтобы он ощутил это. Да мало ли что. И как ты успокаиваешься. И самое интересное, когда ты успокаиваешься, люди начинают к тебе обращаться и начинают себе брать пример. То есть парадоксально. Ты всем пытался доказать, какой правильный образ жизни надо вести, и все от тебя отворачивались, тебе бросали костями, сглодали там, когда козленка там тебя этими костями бросались. А тут ты перестаешь ко всем приставать, живешь спокойно, радостно и счастливо, и с ними общаешься, как будто бы ничего не происходило, все замечательно, хорошо, и они начинают на тебя обращать внимание и перестают, например, там или меньшей степени, или что-то еще делать вредных для себя и для природы дел. Так что вот здесь я с тобой полностью согласен. Перестаньте вы между собой грызться. А вот потом, когда самое смешное, что вегетарианцы там заводят, как они называют, трупоедов, да, а трупоеды начинают говорить, а вы травоед. И начинается там два такая месилова там на почве питания. Ну, смешно, конечно, все смотрится. Ребят, давайте жить дружно. Вот это самое главное. Давайте понимать, что надо искать, что нас объединяет, а не что разъединяет. Так, ладно, напоминаю нашим радиослушателям, что вопросы мы в чат принимаем, вернее, в чате принимаем на сайте Народного славянского радио. Вы в любом поисковике, пожалуйста, наберите славамир.орг или Народное славянское радио, попадете на сайт славамир.орг. Вот пока мы еще новый сайт не открывали, вот пока работаю славамир.орг. И после этого вы найдете слово «чат». Если вдруг вам захочется зарегистрироваться, что я вам настоятельно рекомендую, вы нажимаете на эту кнопочку «чат», придумываете себе логин и пароль такие, чтобы вы не забыли, указываете какой-нибудь простенький e-mail, без каких-то там наворотов, там каких-то крутых символов, кучи подчеркиваний, попроще что-нибудь. И все. После этого вы можете пользоваться чатом, писать друзьям какие-то дружеские хорошие послания, задавать вопросы в наш эфир, а мы будем на эти вопросы отвечать. Но самое главное – Главное, пожалуйста, помечайте в начале своего вопроса, что это вопрос в эфир от того-то, того-то, из оттуда-то. Ну, например, там вот как пишет у нас Владимир Измытич. Вопрос в эфир от Владимира Измытич. Все понятно, откуда человек, что это вопрос в эфир и так далее. И тогда этот вопрос обязательно пойдет. Если просто вы написали какое-то слово в чате или какая-то фраза прозвучала, но там не написано вопрос в эфир, то, скорее всего, я пропущу, потому что я могу это воспринять, что это просто дружеское общение между вами и кем-то внутри чата. Вот единственное такое предупреждение и пожелание. Пишите вопрос в эфир от того-то, того-то, оттуда-то, оттуда-то. Вот, кстати, я новый вопрос себе тут и забил. Итак, продолжаем читать вопросы. Про это разобрались. Дальше. Владимир из Мытищи. Екатерина. Вонючки в автомобиль. Из чего можно сделать, чтобы пахло приятно и воздух обеззараживало? Вот как раз очень важный момент, когда в автомобиле пахнет ароматизатором. Да? Ароматизатор, он повышает агрессивность водителя. У нас и так напряженная обстановка. Я рекомендую использовать эфирное масло. Эфирное масло апельсина, оно улучшает видимость между объектами, соответственно, улучшает концентрацию, снимает напряжение и настраивает на позитивный лад, то есть меньше будешь нервничать. Масло цитронеллы
Оно, конечно, очень ядрёно пахнет, вот, но оно помогает не заснуть за рулем, улучшает концентрацию внимания. И считается маслом дальнобойщиков, как раз для людей, которые на далекие расстояния едут, чтобы не заснуть, чтобы быть внимательным. Вот. Точно так же, например, масло розмарина улучшает деятельность головного, ну, мозговую деятельность, сосредоточенность, улучшает память. Ну и, соответственно, тоже более внимательным становится водитель. Еще я рекомендую эфирное масло хвои или пихты, потому что иногда тоже физически водители устают, хоть и сидячее положение, да, но устаешь иногда в конце рабочего дня. И эфирные масла, хвои, ели, как раз они обеззараживают воздух в автомобиле. И они снимают напряжение и при этом укрепляют иммунитет и снимают усталость. Вот я сама действительно, у меня всегда масло хвои в автомобиле. Я иногда с работы иду, сяду в машину, думаю, все, устала. Вот. Вдыхаю аромат эфирного масла ели 5 минут, 7 минут. И все, у меня прям будто бы вот свеженькая прям с утра, полностью полная сил, вот, с желанием ехать домой, вот, и делать кучу новых дел. То есть вот эфирные масла – это очень хорошие помощники как раз для автомобиля. А синтетические ароматизаторы для автомобиля я как раз не рекомендую использовать, потому что они, правда, могут вызывать головные боли и раздражительность. А как наносить эти, куда их капать, на что наносить эти ароматизаторы в автомобиль? Что, просто по салону побрызгать на кресло? Есть такие флакончики, там, стеклянные, и у них сверху деревянная крышечка. Вот можно его купить, вылить оттуда ароматизатор, промыть, и налить туда эфирное масло. Эфирное масло тоже рекомендую покупать натуральные, качественных производителей, потому что есть масла, которые там все по 80-90 рублей. Это низкого качества, и они тоже могут противоположное действие иметь. Вот. Но я рекомендую натурально использовать. И получается, вы наливаете в этот флакончик масло, например, там апельсина или ели, какой вам по запаху нравится, и уже закрываете деревянным колпачком, переворачиваете, в деревянную крышечку впитывает эфирное масло и распространяет в салоне автомобиля. И когда к вам пассажиры будут садиться, они будут отмечать прилив сил. Потому что натуральные масла, они правда дают вот такой приток сил, хорошего настроения. Главное, чтобы те правильные пассажиры сели, а то как прилив сил будет каких-нибудь негодяев. Ну ладно, хорошо. Вот здесь хорошее уточнение было по поводу того, что первое, самое главное, масло должно быть, опять же, натуральное. Не то, которое продается в любой аптеке. Не хочу сказать, что в аптеках вообще все поддельное, все искусственное, но все-таки. То, которое... Вы уверены, что оно натуральное, а не синтезированное? Вот это очень важно. Иначе от даже пихтового масла, от розмарина или апельсина, но искусственно, также может в конечном итоге быть какая-то проблемка в организме. И вот здесь мне понравилось уточнение одно. Данил написал, а нет, Дмитрий, прошу прощения, написал. «Вместо машины выбирайте лошадей, они очень приятно пахнут». С конным спортом, да, мне тоже чем нравятся лошади. То, что ты не просто сидишь, да, в технике, а ты действительно взаимодействуешь с лошадью, что это по природе, по лесу, и это тоже скорости. Хорошо, идем дальше, идем дальше. В эфир. У кого много денег, тот и музыку заказывает. Это можно и переиначить на счет торговой сети. Это, видимо, когда мы говорили, почему мало натуральных продуктов. Mm-hmm. Вот как раз и не только продуктов, но и косметики как раз вот в магазинах. Ну, видимо, реклама – двигатель торговли. Ну, да. Дальше идем. Ну, в свою очередь, наверное, мы рассказали и рассказываем нашим радиослушателям о здоровом образе жизни, что немаловажно, и упоминаем часто о как быть здоровым и на что обращать внимание. Я думаю, что радиослушатели уже сделают какие-то выводы, и поэтому, да, я думаю, уже на многих реклама вот из тех, кто нас слушает, не действует давно-давно. Такая как бы прививочка от рекламы уже была проведена. Дальше. Волга написала. Вот как раз в Волге обращал я послание свое. Не забывайте писать вопрос в эфир. Волга, Екатерина, здрави, расскажите, пожалуйста, как в домашних условиях приготовить средство для мытья волос, для стирки и для стирки белья. Можете дать несколько рецептов?
Для мытья волос кто-то использует, если именно из домашних подручных средств, кто-то использует, если употребляет яйца, то это яичный желток. Он хорошо, он содержит лецитин, в принципе, немножко пенится, промывает волосы, восстанавливает их структуру. Можно приготовить средство из горчицы. То есть развести горчицу, помыть горчицу. Горчица тоже содержит моющиеся компоненты, которые немножко пенятся и тоже очищают волосы, укрепляют корни, то есть волосы перестанут выпадывать. Кто-то делает из хлеба, но сложно потом крошечки из волос убрать. Вот. Ну, вот из подручных средств, вот, наверное, вот эти основные. Для стирки белья тут без мыла все-таки не обойтись. То есть, если у вас есть хозяйственное мыло, можно по старинному рецепту натирать мыло. Но все-таки вот стиральные порошки, вот даже наши марки, у нас идет там натуральное мыло, плюс еще, например, силикаты, это минерального происхождения, натуральные компоненты, они не дают грязи оседать обратно на одежду. Там, например, экологичный отбеливатель перкарбонат. Он за счет кислорода отбеливает белье, то есть не создает иллюзию белизны, как промышленные отбеливатели, а именно за счет кислорода отбеливает белье, оно действительно будет белым. А вот из домашних средств горчицей можно шерстяные изделия постирать, они будут более мягкие. Сода, она не обладает достаточно сильными моющими средствами, моющими свойствами. Раньше использовали золу в печах, но сейчас вряд ли кто-то будет этим заморачиваться. Это достаточно сложно и не так эффективно. Все-таки мы живем в такой современный век, когда хочется, чтобы было эффективно, согласитесь? То есть хочется, чтобы волосы были, правда, чистыми, чтобы белье было действительно там без пятен. Вот поэтому тут можно выбирать между домашними средствами, да, и чем-то таким натуральным, но произведенным все-таки в промышленных предприятиях, где протестировано, что действительно не будет пятен. Ну вот Дмитрий пишет реплику эфира: а как же мыльные орехи? Мыльные орехи, да, но их тоже нужно покупать. То есть они не подручные средства. Мыльные орехи содержат сапонины. Они не очень хорошо отстирывают пятна, но именно, например, чтобы освежить белье, для детского белья хорошо использовать. Они делают белье очень мягким, вот, сильно пятна не выводят. Хорошо использовать мыльные орехи как раз с перкарбонатом, потому что перкарбонат будет отбеливать за счет кислорода. Он превращается при соприкосновении с водой в кислород, воду и соду, вот, поэтому он экологичным считается. И получается, что вот с мыльными орешками хорошо использовать тогда перкарбонат. Вот тогда белье будет белое. Угу. Так, дальше смотрим. Про рецепты поговорили. Вопрос в эфир от Владимира Змытищ. Ваш покупатель, кто он? Каков его портрет? У нас, поскольку бренд идет сегмент средний плюс, то есть косметика идет в районе 300-500 рублей стоимость, у нас в основном наш потребитель это 25-35 лет, в основном женщины, которые имеют детей, семью, вот, или мужчины, у которых тоже есть семья, дети, с средним доходом или выше среднего и с образованием. Высшим образованием, то есть начитанные люди, разбирающиеся в теме. Вот. Как ты говорила, так женщина, у которой есть дети, так дальше про мужика стала говорить, думаю, мужчина, у которого есть жена и дети. То есть образование все-таки влияет, да? Да, ну это конкретно по нашей аудитории. Вот мы сейчас разрабатываем более уже дешевую марку, там тоже будут полностью натуральные ингредиенты, но там будет более такое, например, не будет маска зеленого кофе в составе, да, будет, например, там рыжиковая маска, там оливковая маска, более дешевая маска. Тоже будет эффективно, но если по компании Мико мы говорим, что у нас косметика за 8 применений решит вашу проблему, будь это выпадение волос или это морщинки у глаз, вот, нашей косметикой Мико мы показываем, что натуральная косметика – это не какая-то щадящая альтернатива, а это реально работающая формула. То есть в природе есть такие мощные экстракты, такие растения, что, вот, например, у нас сейчас в ноябре выходит сыворотка мгновенного действия от морщин. То есть вы наносите, и за счет экстрактов мгновенно подтягивается кожа.
То есть это действительно такие экстракты, и в природе много компонентов. Можно сделать там более доступную. И тогда уже более доступная она уже будет для людей, в том числе со средним образованием, которые уже просто реагируют на эти ярлыки эко, да, которые просто вот там увидели, ага, там ярко, красиво, вкусно пахнет, хочу. Вот, то есть мы тоже это учитываем, и мы хотим, чтобы для любой аудитории можно было купить действительно безопасный продукт. То есть вот мы с Вот мы этим сейчас хотим. поговорили об общих понятиях, и вот теперь, наверное, надо все-таки коснуться того, о чем ты уже начала говорить, по поводу того, что вот есть направленность такая, 9 применений, и уже какие-то есть результаты налицо и налице. Вот давай немножко расскажем, а какие направления в продукции есть? Стиральные порошки, там, для кожи, для волос. Вот расскажи, мне вот это самому стало тоже интересно, я хочу услышать, а что, вот чем ты занимаешься, чем занимаются сотрудники, что разрабатывают, какие направления. Ой, ну сейчас у нас вообще такое хорошее время. С одной стороны, конец года, Новый год, он сам по себе идет, а мы уже думаем о будущем году, да, как сказать, о разработках, о коммуникациях, с какими мы будем обращаться к людям. И у нас очень интересные разработки идут. У нас сейчас вышли как раз пилинг, который идет антиэйдж. Вот как раз сыворотка мгновенного действия. Мы разработали серию МАК, она называется, как раз к юбилею моей мамы. Ей 55, и я хотела бы, чтобы не только вот для нашей аудитории 25-35 лет была косметика, которая там эффективно работает. Там за 2 дня заживляет там трещинки на губах, да, или там снимает отеки прям, да, мгновенно, там за неделю вообще вылечивает даже. Вот. И я хотела создать продукт именно в том числе вот для женщин, как моя мама, которые тоже хотят быть красивыми, здоровыми, да, уверенными в себе. Такой 50 плюс, да, такой Да, уровень. 50+. С одной стороны, это не наша аудитория, но с другой стороны, мне вот нравятся такие сложные задачи. Когда ты с помощью натуральных компонентов создаешь, например, там, пенку для проблемной кожи, там, без мыла, но которая пенится, потому что есть пенящийся экстракт черемуи, он содержит энзимы, за счет этого пенится. Есть протеины амаранта мы используем, которые тоже пенятся. Вот у нас пенка для лица очень бережная и без мыла. Потом на будущий год мы ставим уже такие продукты, например, у нас серия клюква выходит. И пахнет клюквой, при этом там комбинация натуральных эфирных масел, но аромат клюквы получается. Вот. Или там морской бриз у нас будет, да, голубой цвет за счет экстракта мы подобрали. У нас там будет тоже именно для подростковой кожи эффективная серия, потому что мамы часто приходят, говорят, вот хочется что-то бережное, потому что юношеская кожа очень такая нежная, с одной стороны, да, бережная, и когда ее начинает чем-то агрессивным очищать, потом начинаются вот эти вот постакне шрамы. Вот. И здесь тоже очень важен такой тщательная разработка формулы, многостороннее воздействие, и при этом за счет натуральных экстрактов не будет агрессивного воздействия. Да. Ну, то есть мы вот вчера буквально обсуждали на планерке наши новые разработки, очень интересно. Какие-то продукты мы выводим, какие-то мы вводим наоборот. И мне нравится ставить сложные задачи. Например, сейчас очень кожа чувствительна. В Москве, в больших городах кожа такая сверхчувствительная становится, стрессовая, да? Когда реагирует на любое там прикосновение, на там химические компоненты, на натуральные компоненты. Мы сейчас тоже разрабатываем линейку для такой чувствительной кожи. Вот. У нас есть, конечно, и более доступные продукты, да, там, например, за 300 рублей крем, который вообще идеально под косметику можно использовать, сам по себе очень питательно увлажняющий. Простой по составу, как раз тоже для аллергенной кожи, там всего 3 вида масел, вот, и он дешевле по цене. То есть у нас мы все-таки идем от клиента и, конечно, максимально стараемся, чтобы за доступные деньги был максимальный эффект. Мы работаем в том числе с зарубежными активами, которые как раз гарантируют мгновенный лифтинг. Вот. Но если зарубежная марка стоит по 3 тысячи, и то не имея такой шикарный состав, как наш, то у нашей марки, например, там 500 рублей крем стоит. И он действительно решает проблему, мне вот этим нравится. И нас еще тоже, у нас есть подтвержденный статус социального предпринимательства. С одной стороны, это по бытовой химии, потому что мы позволяем сохранять природу чистой,
меньше люди страдают аллергией от нашей бытовой химии. Но косметика для нас это тоже решение проблем клиентов. Когда клиент приходит в магазин, да, и он покупает крем там от морщин, да, ему действительно нужно, чтобы их не было. Или там крем для увлажнения кожи рук. И не нужно этот крем 2 года наносить подряд. Вот, то есть в любом случае он хочет, чтобы кожа стала нормальной. Вот. И мы решаем такие задачи. У нас есть продукт, например, маска для тела нежный возраст. Когда мамы в 1,5 года даже начинают использовать, вылечивается атопический дерматит. Вообще считается, что дерматит – это гормональное заболевание, которое гормональными мазями часто в больницах начинают лечить. А у нас за счет того, что там есть маска барага, а маска барага содержит фитогормоны. И фитогормоны очень бережно настраивают детский организм, и он перестает болеть. Вроде бы наносишь на кожу наружно, а выздоравливает организм. Почему? Потому что фитогормоны, мы уже тоже обсуждали, даже если их в избытке употреблять, они выводятся из организма в излишки. А то, что нужно, он берет организм на свою настройку. И таким образом у нас даже женщины благодарили, дочкам было там по 20 лет, они думали, что это вообще невылечимое заболевание. Вот. Но тем не менее вылечивали. Природы. Сейчас бич такой, наверное, у большинства людей современных – это выпадение волос. И женщины, и мужчины часто жалуются. Ну, мужик, ладно, побрился наголо, и хорошо, там с утречка встал, проснулся, голову там сполоснул чем-то таким, водичкой протер, там тряпочкой, и все нормально. А для женщин – это бич. Ну, вот и то же самое. Многие мужчины комплексовать тоже начинают, что волосы выпадают. Да и женщине тоже как-то не очень приятно, когда на расческе больше волос остается, чем прежде, и пучок такой на голове уменьшается. Вот есть какие-то природные средства для того, чтобы, во-первых, остановить выпадение волос, и с чем это, на твой взгляд, связано? И второе, как дополнительно шевелюру свою восстановить? Да, такая актуальная тема. Получается, что прежде всего выпадение волос связано со стрессом. Часто, конечно, много причин. Но в большинстве своем в России это связано со стрессом. Причем стресс проявился сегодня, а волосы начнут выпадывать через 3-6 месяцев. Вот. И что же здесь делать? Во-первых, конечно, убрать шампуни с агрессивными павами, да, с СЛСами, с УЕСами, вот, заменить на более щадящие павы, потому что от агрессивности шампуня тоже влияет. Волосы со временем начинают выпадать. Второй момент – это стресс. То есть как работать со стрессом? Здесь у каждого свои методы. Кто-то там йогой занимается, да, кто-то там бегом. Мне очень нравится работа с эфирными масками. Когда ты вечером пришел с работы, зажег аромалампу, она снимает напряжение, успокаивает. Вот. Ну и маска Бея, эфирная маска Бея, его можно добавлять в шампунь при мытье, но лучше даже в маске. Добавляешь 1-2 капельки там, на дозу, да, там, например, на руку нанес маску для волос или яйцо, добавил 2 капельки эфирного маска Бея и нанес на кончики. И 15 минут подождать, 20, потом смывать маску. Такая маска, она укрепляет корни волос. Маска Бея, она как раз работает с хронической усталостью, то есть люди, когда живут в стрессе, уставшие, вот не высыпаются. И маска Бея, она действительно очень эффективна, за 2-3 недели предотвратит выпадение волос. Ну а дальше уже все-таки заниматься профилактикой, предотвращением, чтобы в будущем не возникало таких проблем. Это все-таки, чтобы снималось напряжение, вот, и высыпаться. Соответственно, если не высыпаетесь, если поздно ложитесь, раньше ложиться. Если стресс на работе, то, например, на работе можно использовать масло, мяты, чтобы снимать напряжение. Ну, вообще работа, которая разрушает человека, на мой взгляд, это все-таки не должно быть постоянной работой. Я понимаю, это какой-то стресс разовый возник. Это еще можно понять. Какой-то аврал тоже можно понять. Но когда человек постоянно на работе находится в стрессе, задайте себе вопрос, а вы вообще ради чего живете на этой земле? Ради того, чтобы получать стресс?
Ну, вполне возможно, это какой-то аттракцион такой вы себе придумали, или в вашей программе, или там по карме вам это прописано. Я это допускаю. Ну, это единица, наверное, не у всех должно быть. Но когда я вижу, что чуть ли не половина людей живет в стрессе, у меня возникает вопрос: у вас что, у всех это по карме, что ли, прописано? У вас это программа такая, что ли, космическая, божественная, установлена? И вот как-то меня это сильно очень смущает и напрягает. Получается, что с одной стороны, изначально-то работа нужна была для того, чтобы получать средства для жизни, а теперь вы свою жизнь тратите на работу. Ребята, подумайте, задумайтесь просто так, а где смысл тогда жизни, в чем, а для чего нужна такая работа, на которую вы тратите свою жизнь? Не работа, которая вашу жизнь поддерживает в достатке, благополучии и здоровье, а ваша жизнь тратится на работу. Вот просто задайте себе такой вопрос. Может быть, какие-то для вас интересные истины откроются. Так, продолжаем разговор. Продолжаем разговор. Итак, сейчас найду. Это мы читали. Вот. Вопрос от Васильича из Поморья. Может ли соведущая разъяснить, как изготавливается экстракт, внимание, из бриллианта? Такое часто пишут на флаконах с шампунем. Ну, часто, например, это побочный продукт. Например, вот есть экстракт жемчуга. То есть, когда жемчуг промывают, то вот эту воду потом ее как бы экстрагируют, и какие-то минеральные компоненты в этом экстракте и будут, по сути, экстрактом там жемчуга или бриллианта. То есть это не мелко измельченный бриллиант, да, а это, по сути, такой продукт, который содержит компоненты бриллианта при его переработке. Точно так же есть экстракт янтаря, жемчуга. Ну, то есть вот все эти экстракты, они в основном это побочный продукт, их просто потом экстрагируют, и там какие-то компоненты остаются. Я, конечно, понимаю эти все разговоры там про экстракты и так далее, но одно дело, жемчуг все-таки это природное вещество, которое, скорее всего, большинство знает, что такое, да, это мел, который плотно уплотнен, там моллюск его долго обрабатывает, получается жемчужина. Это я понимаю прекрасно. То, что янтарь, это тоже понятно. Это когда-то в древности была смолой, но окаменела, хотя остается смолой, но другие свойства. Это все растворимо, это все как-то так можно достать. А вот бриллиант, как-то вот экстракт из бриллианта получить, ну как-то меня тоже это смущает несколько. Бриллиант – это же минерал, получается. Вот, его тоже обрабатывают, и вот уже вот эти остатки потом экстрагируют. Есть разные способы экстрагирования. Вот. Хорошо, а вопрос такой, зачем он нужен-то? То есть что от бриллианта, польза какая в организме? Там же содержатся минеральные компоненты. То есть, например, в воде есть микроэлементы, да, которые тоже нужны нашей коже. И в бриллианте тоже, например, есть там медь, магний, цинк в определенных пропорциях. Вот. И, соответственно, вот эти компоненты, они тоже экстрагируются, добавляются в косметику. Ну и когда ты наносишь такую косметику на кожу, у тебя тоже кожа получает полезные компоненты. Там обычно состав очень продуманный, вот, изученный. И косметические технологи уже, когда добавляют формулу, смотрят именно по содержанию. То есть каких компонентов при такой проблеме не хватает. Ладно, хорошо, здесь просто такой Васильич, который написал, говорит, я мало-мало в шоке, ну, от бриллиантового экстракта. Ладно, идем дальше. Дмитрий П. Вопрос в эфир. Ожидается ли мыло исключительно на кокосовой основе, без других ингредиентов? Ну, у нас как раз такое мыло есть, чисто на кокосовом масле. Оно у нас называется хозяйственным. Хотя в Европе мыло на кокосовой основе считается люксовым мылом. Почему мы его делаем хозяйственным? Потому что мыло из этого масла получает очень хорошее моющее свойство. Мы его используем в стиральных порошках. Оно не сушит кожу рук, поэтому хозяйственное мыло мы тоже из него делаем. И оно буквально за 1-2 там, когда стираешь, 1-2 потер раза, и пятнышка уже нету. То есть очень эффективно, надолго хватает, не сушит кожу. У нас мужчинам очень нравится это мыло использовать для себя, потому что там, поскольку там нет каких-то излишних обезжиривающих компонентов, то ты помылся, у тебя кожа чистая до скрипа.
Вот, тоже очень нравится мужчинам. Она, в принципе, по составу очень бережная, поэтому может использоваться как туалетная. Ну, здесь не успокаиваются по поводу экстракта бриллианта. Владимир написал: «Вырви мне ухо, экстракт бриллианта». Да, Васильевич, похоже, я зря в школу ходил на уроки химии. Ну да, вот, в общем, взбаламутил это, скажем так, ответом на экстракт бриллианта наше сообщество небольшое. Мы сами закупаем экстракт янтаря. У нас на будущий год будет косметика с такими компонентами. Не-не, вот янтарь – это святое. Здесь вообще вопросов не может быть. Жемчуг тоже, хотя меня тут ругают про мел, что я там слово «мел» употребил, но я образно употребил. Надо понять, что это не мел, конечно же. Вот. Но бриллиант – это нечто, конечно. Тут народ не успокоится. Вот пишут и пишут про бриллиант. О, как сильно беспокоят треугольные дела, как Владимир Семенович Высоцкий. Так, дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытища. Структуру себестоимости в двух-трех словах не расскажете? Тара и упаковка процентов 20 забирает? Или в кулечки такие заворачиваем, как это вот в Советском Союзе. Приходишь в магазин, там тебе масло берут, такую серую бумагу заворачивают, на, держи, и потом на помойку выбрасываешь, она перегнивает, и хорошо. И не то, что сейчас. Ну, у каждого бренда свои пропорции, да, у кого-то там, может, 10% сырье, 90% затраты – это маркетинг. Вот. Поэтому тут у каждого бренда свои затраты. Упаковка, она может быть, например, вот у нас повторно принимается упаковка из стекла. Вот в некоторых городах мы повторно используем эту упаковку. Пластик, он может повторно там сдаваться, и из него сделают там новый пластик. А с точки зрения процентов, ну, я не могу сказать за всех производителей. Это, правда, очень разные цифры. У кого-то упаковка и сырье будет занимать 60% стоимости товара, а у кого-то это реально 10%. Очень разные цифры в зависимости от рынков сбыта, от бренда, есть бренд, нет бренда. Потому что если там просто в кулечке завернуто, да, и крупный производитель, это будет там много затраты на сырье и мало, соответственно, на производство. Если это ручная работа, человек там 20 штук делает в партию, там уже будет много ручного труда в стоимости. Если это продукт, который рекламируется в журналах, на телевизоре, значит, 80% его цены – это маркетинг и затраты на рекламу. Даешь бренд серо-зеленых кулечков. Да, она иначе экологично, если уж эко мы придерживаемся, разработать такой серо-зеленые кулечки, ну там какую-то этикеточку приклеивать, а что, нормально, попользовался, выбросил, она через 2 недели сгнила, и удобрения для природы, и вреда никакого нет. А что, на самом деле, вот китайцы сейчас поставляют много чего, вернее, сами-то китайцы не поставляют, многие наши, так сказать, бизнесмены в погоне за легкой прибылью, оттуда везут всякое не пойми что. И вот получается, с Китая он работает на нашей помойке. Да? Вот чем больше привезено товара с Китая, тем выше наши помойки. Упаковки очень много, та, которая не разлагается, какой-то гадости, которая привезли, она там 2 дня поработала, потом на помойку отправляется. В общем, Китай работает на нашей помойке. А тут разработали отечественный бренд такой, чтобы вот не засорял ничего, чтобы России матушке на пользу шел, чтобы чем-то отличался, ну, красиво сделать, может быть, как-то еще чего-то, ну, и так далее. В общем, здесь комментарии продолжают идти очень, очень быстро. Вот Дмитрий П. Да, кстати, всем советую кокосовое мыло. Вот проникся человек явно. Вот, Ярогор говорит: мел, мел, ты прав, Алексей, мел. Там как раз вот и кальций, и он входит и в мрамор, там, и много чего другое. То есть, за меня тут даже заступились. Видишь, как? В общем, бурлит, чат бурлит по полной программе. Возмутительница ты, короче, чата. А вот Василий Васильевич просит, чтобы ему дали экстракт. Подайте мне экстракт березовой золы. О как. Ладно, идем дальше. Про себестоимость поговорили. Вопрос в эфир от Жени Макаровой из Риги. У меня сохнут и трескаются пальцы рук. Обратная сторона работы с маслами. Я массажист. Тогда все понятно, да. Что порекомендуете из натуральных продуктов? Масла не предлагать. Они имеются и у меня, причем любые. Ну, я рекомендую, конечно, ну, не использовать минеральные масла, потому что часто, ну, я не имею в виду у вас, Евгения, но бывает, что в
там тайский массаж делают, например, а там прозрачная маска, да, то есть это минеральная масса, которая, конечно же, негативно будет влиять и на здоровье кожи пациента, и на массажиста. Вот. Действительно, когда много масел используешь, и масла вообще не рекомендуют употреблять в чистом виде более 3 недель подряд. Как раз если массажист работает на маслах, то такая причина может быть. Можно попробовать подобрать массажный крем. Да, то есть он, если он натурального состава, он будет более мягок для рук массажиста. Для того, чтобы залечить кожу, можно использовать, например, продукты с бета-глюканом овса, который будет заживлять кожу рук. Вот. Ну, аллантоин, я все-таки сторонник натуральных компонентов, например, с экстрактом окопника, который вместо аллантоина будет заживлять кожу. Вот. То есть подобрать такие крема, которые обладают мощным заживляющим действием, конечно. А пока руки заживают, может быть, попробовать подобрать крем, чтобы руки отдохнули от масел. Может быть, чередовать масло с кремом. Понятно, Катерина. Вопрос такой. В магазин, когда приходишь, понятно, ты можешь посмотреть на полочках что-то, у продавца что-то спросить, но ведь не все люди живут в тех местах, где в магазинах есть продукция твоей компании. Как быть тем людям, которые живут вдалеке от крупных городов, где можно эту продукцию приобрести? Ну вот хочется мне, например, мешочек себе на Новый год, чтобы я дарил, как Дед Мороз ходил по всему своему селу и дарил направо-налево. У тебя что там, руки трескаются? На, держи. У тебя там что, из глаза потекло? На, держи. У тебя... О, это тебе вообще вот это вот, на, держи. Вот как мне, человеку далекому от большого города, что-либо это получить? Он сейчас очень хорошо работает система интернет-магазинов. То есть ты заказываешь нон-стоп, круглосуточно, тебе привозят почтой, курьером. Это очень хорошо работает, это еще такое, знаете, ожидание подарка, посылки. То есть это тоже очень интересно, если совсем нет никаких магазинов. А сейчас, в принципе, обычно в областных центрах, конечно, есть магазины. Уже в пригородах, да, в небольших городах сложнее с таким ассортиментом. Но я говорю, Почта России работает исправно, может задерживать, но в целом работает, можно заказывать. Потом можно выбрать какую-то альтернативу. Некоторые люди, в принципе, говорят, ну окей, я буду выбирать, например, более-менее натуральную, но 100% натуральность мне не важна. И они тогда уже по своим критериям смотрят, ага, я там не буду использовать СЛС, не буду там использовать продукты с какими-нибудь силиконами для волос, потому что я хочу, чтобы мои волосы были красивые и здоровые. Вот. Ну и тогда человек уже подбирает из того ассортимента, что у него есть. Вот. Но на самом деле интернет-магазины решают. Скажи мне, насколько это накладно или не накладно по сравнению с тем, что я своими ногами приду в магазин, или если я закажу... Кстати, сайт ты так и не назвала, вот я сейчас пытаюсь посмотреть, а сайт-то как называется, как найти, во-первых, тот электронный магазин, интернет-магазин, где я смогу что-то заказать? Это первый вопрос, да, и как вообще эта компания называется, ты мне скажи хотя бы для начала. Натуральная косметика Мико, интернет-магазин mi-ko.org. Я сейчас могу написать, в принципе, вот здесь. Мико. Ясно. Ну, просто к тому, что вот я захотел купить себе что-то, да, надо Дед Морозом поработать на Новый год, и вот мне нужно найти. Насколько это накладно или не накладно по сравнению с тем, что я своими ногами приду в магазин, где продается Мико, если по почте буду что-то заказывать? На самом деле в интернет-магазине даже дешевле может быть, потому что там меньше затрат, там получается только склад и только доставка. А в розничном магазине это оплата зарплаты продавца, аренда в торговом центре. Поэтому и потом по интернету очень легко найти, часто где-то какие-то акции, скидки проходят. Этот же товар можно найти дешевле в разы на каком-то конкретном сайте. Вот. Потом есть выбор, можно почитать отзывы на продукт. То есть, когда ты приходишь в магазин, ты не можешь понять, как он работает. А по отзывам ты все-таки можешь посмотреть, подойдет тебе этот продукт или нет. Поэтому интернет – это такая хорошая сила в настоящее время. Ну, то есть, насколько я понимаю, я могу из своего села просто на Мико залезть, там есть слово «интернет-магазин», да, и себе что-то выбрать, и потом счастливым сидеть, ждать, когда это все придет. И да, просто на почту мне достается, просто на почту сходить.
Хорошо, так вот пишет Олег из Москвы. Славяне, здравия, бриллиант это абразивный. Вот я говорю, не успокоятся люди. Органический ограненный алмаз. А алмаз это разновидность кристаллической решетки чистого углерода. Какой экстракт бриллианта? Это чистейшей воды маркетинговая выдумка. Вот как. Дальше идем. Дальше. То есть я зачитываю реплики, какие-то вопросы, чтобы нам понять, чем дышит наш эфир. Так, про это мы поговорили. А вот еще вопросик есть. Вопрос эфира от Волги из Саратова. Екатерина, что вам известно о применении корня мыльники и как из него приготовить моющее средство в домашних условиях и чем его законсервировать? Вот так же, как мыльные орехи, чем выше температура, тем больше выделяется сапонинов. Поэтому можно прокипятить, ну, нагреть, прокипятить, и тогда сапонины выйдут в воду, и этим отваром можно уже стирать. Конечно, моющее средство не очень сильное, но, в принципе, бережное для рук, и освежать белье будет без сильных пятен, в принципе, хорошее средство. А консервировать в домашних каких-то... Ну, это все-таки кислоты, наверное, бензоат натрия покупать, сарбиновую кислоту, потому что солью не законсервируешь, белье будет соленым. То есть джинсовые ткани смягчает соль, а обычным тканям не нужна соль. То есть все-таки лучше готовить перед применением и хранить не более 2 дней в холодильнике. Так, смотрим дальше. Вопрос эфира. Екатерина, вот смотрю я на изобилие продукции бабушка Агафья и дивлюсь, и вода талая, и парабенов нет, и 10 трав, и. Стоит эта продукция очень немного. Это что, обман? Есть ли какая-то информация по этому? Талая вода? Ну вот она конкретно приводит, вопрос приводит, что смотрит на продукцию из серии «Бабушка Агафья». А там, значит, написано и травы, и парабенов там нет, и талая вода. Что там только нет? Все натуральное. Но при этом стоит очень дешево. Это что, обман или какая-то акция, или что? Есть ли какая-то информация по этому? Ну, я не буду там рассказывать про конкретные, да, бренды. Я могу только сказать, обратите внимание, часто у этого же производителя, но другая марка, написано, например, вода с экстрактами. И перечисляются все экстракты. Это нарушение законодательства. То есть сначала нужно написать в пропорциях, да, например, вода, потом там глицерин, потом там какие-то там маска, не маска. И в конце самом уже экстракты. А он экстракты переносит в начале и создавая иллюзию, что экстрактов много. Вот. А экстрактов, скорее всего, при такой себестоимости там 0,1%. Вот. А вместо парабенов, конечно, могут использоваться кислоты, бензоат натрия, сорбат калия, они тоже выступают консервантами, там срок годности не 3 года, скорее всего, должен быть, вот, но 1,5-2 года при закрытой упаковке может выдерживать. Другой вопрос, что, ну, сами понимаете, талая вода и крупное производство, где столько талой воды взять? Это уже, скорее всего, маркетинговый ход. Если это не маленькое производство и находится оно не в горах, то, соответственно, тут нужно тоже думать, что, скорее всего, это да, для того, чтобы продвинуть идею. Ну и как у меня одна знакомая сказала, когда в магазине к ней покупательница пришла, говорит, вот там стоит, смотрит крема. Она говорит, ну выходит, смотрю, крема смотрит. Да, говорит, у меня муж молодой. Она говорит, ну слушайте, если муж молодой, то уж точно не у бабушки покупать косметику. Да? То есть убирайте, если вы действительно хотите быть здоровыми и красивыми, ну, косметику, которой доверяете. Может быть, у них дедушка на какой-нибудь фабрике талой воды работает. У них талой воды просто завались. Вот они шлют, кому не попало. С поддержкой в виде дедушки, я думаю, это возможно все. Вы же знаете, когда мужчина с женщиной объединяются. Не, ну бабушка Агафья, она берет талую воду у дедушки Агафона, например, и получается много воды талой, и все нормально, хорошо. Поэтому не факт, не знаю, здесь трудно поспорить с чем-то, но что есть, то есть. Ладно, объяснила, идем дальше. Вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Екатерина, праздничные наборы выпускаете? Интернет-магазин у вас есть, доставка через... Робопочту есть. Робопочта – это постмат, если кто еще не сталкивался. Удобно.
У нас наборы праздничные есть, они на главной странице сайта вывешены, можно посмотреть. По поводу робопочты можно написать нашим менеджерам во время оформления заказа. То есть, если эта система есть, она работает, мы вполне можем доставить вам, если это вам будет удобно. В общем, пишите менеджерам, да, и ваши все пожелания будут хотя бы рассмотрены. Все к Новому году. Все, да, все для Нового года. Кстати, не понимаю этого праздника, но говорят, что он такой есть, поэтому все для него. А, так получается, люди не праздник уже для людей, а люди уже для праздника. Ты что на Новый год своим будешь дарить? Ой, не знаю, прям вся такая прям растерянность. А ты что? Ой, я тоже не знаю. Новый год все-таки. Но вот все разговоры про Новый год такие интересные идут. Как будто бы Новый год – это такое существо, которому обязательно надо угодить. Вот обязательно все для него сделать. Хоть ты вот в лепешку расшибись, вот, но сделать надо. То есть люди весь год трудятся, работают ради Нового года. А потом как-то он проходит и говорит: ну как Новый год? Это, знаешь, как-то непонятно, чем мучились целый год. Алексей, ну сколько людей объединяются благодаря этому празднику, ждут этой ночи, собираются с семьями. Ну хоть что-то в нашей России осталось такое для семьи все-таки. Ой, ты знаешь, как сколько у нас было прекрасных праздников, объединяющих. И надо, мне кажется, наши вот славянские, русские праздники, если правильно все это поставить, будет здесь и объединение, и отдых, и семья, и развлечение, и радость, и незабываемое ощущение. Вот, а тут как-то вот все непонятно к чему спустили. Ну ладно, это как бы пока дело вкуса, поэтому не будем заострять внимание. Про робопочту поговорили. Идем дальше. Вопрос в эфир от Васильевича с Поморья. Можно ли применять вазелин при массаже? И из чего делают сам вазелин? Можно ли заменить вазелин солидолом Ж? Ну, лучше все-таки использовать при массаже растительные масла, потому что там мы разбирали случай, когда массажист постоянно работает, да, у нее из-за этого уже кожа рук более грубая стала и начала трескаться, потому что масла, да, они делают кожу более грубой при ежедневном употреблении. А вазелин его делают тоже из нефти, это побочный продукт тоже производства нефти, и получается, что кожа не будет дышать. Да, хорошо скользит, но пользы от этого не будет. Поэтому я все-таки рекомендую, используйте масло, которое у вас есть под рукой. Будет больше пользы. Ну, конечно, если брать масла, которые лучше впитываются, да, и не оставляют жирного блеска, то это виноградных косточек масла, его хорошо для массажа использовать. Другие масла, конечно, будут больше дольше впитываться, оставлять жирные следы на одежде. Вот. Ну вот Женя Макарова, которая писала про то, что работает массажисткой и руки где трескаются пальчики, то вот она написала, ответила Васильевичу: вазелин не проникает в соединительные ткани и связки, и массаж тогда теряет смысл. Вот. Ну понятно, нефтепродукт, что там с него взять-то, да? Идем дальше. Васильевичу ответили вопрос в эфир от Жени Макаровой. Я из Латвии. Как приобрести продукцию, не платя банку 25 евро в любом из заказов? То есть из России, видимо, когда идет заказ, там какие-то дополнительные, не знаю, налоги или поборы. Вот 25 евро она написала. Ну вот у нас сейчас еще идет только разговор об открытии магазина в Литве. Да? Может быть, у них была бы доставка, и тогда не пришлось бы платить лишние деньги. Вот. А так... В Европе у нас в Великобритании были представители, но мне кажется, других способов не знаю, как не платить. Да. Построили искусственные заборы, теперь радуются. Идем дальше. Ёлка. Вопрос в эфир от Юлии и Щелкова. Есть ли такие масла, которые сделают шевелюру густой? Можно ли пробудить спящие фолликулы? Благодарю. Да, можно. Здесь можно использовать растительное масло и добавлять, либо маску, и добавлять туда эфирные масла петингрейна, имбиря и масло бия. Вот. Или масло розмарина тоже хорошо для роста волос. Ну, масло розмарина может темнить волосы, поэтому если блондинка, то лучше не розмарин использовать. Если шатенка, то можно и розмарин.
Эфирные масла, они как раз очень хорошо. Их нельзя использовать чистыми, их надо обязательно либо в маске, либо в растительном масле разводить. Их нужно использовать в небольшом количестве, 1-2 капельки на столовую ложку. Вот. И за счет маленькой молекулярной массы эфирные масла проникают в глубокие слои. И их действие идет в глубоких слоях, за счет этого фолликулы начинают просыпаться, активизируется кровообращение. И за счет этого улучшается густота волос. У нас тоже есть, в принципе, за счет экстракта маска для роста волос и для того, чтобы перестали выпадать волосы. И в течение 8 недель, если использовать маску, то увеличивается густота волос. Ну, тоже доказанное действие по экстрактам. Ну, можно с каким-то доказанным действием маски смотреть. Там, где есть доказанное действие. Ну, эфирные масла сами по себе, говорю, они правда проникают в глубокие слои и там решают проблему. Попробуйте. Угу. Вот Владимир Змытич, я так предполагаю, он скрытый какой-то конкурент, который производит косметику, но делится своими наработками. Вот что написал. Талая вода с экстрактором бриллианта. Состав. Дистиллированная вода, настой грифеля карандаша. Просто и понятно. Да. Ну, у нас тут появился человек, дающий идеи. Да, так что можно брать его таким нештатным идеологом, он будет подкидывать идеи, как можно делать новые бренды, и при этом особо не заморачиваться, как это все по цене, чтобы было дешево. Ну, в общем-то, основные вопросы все, я смотрю, у нас закончились. Мы можем в заключение еще о чем-то поговорить. Может, у тебя какая-то заготовка есть, может быть, ты что-то готовилась там такое выплеснуть ценного, хорошего и полезного, а я тут тебя сбил с пути истинного. Но мы еще, Алексей, договаривались с тобой, что я расскажу немножко про эфирные масла. Здесь был вопрос, что такое эфирные масла, как получить. Эфирные масла, вот когда вы, например, режете апельсин, замечали, что брызги идут? Некоторые апельсины еще убегать начинают. Да, замечали, конечно. Вот. В кожуре апельсина как раз есть эфирная маска. То есть у цитрусовых прессуют кожуру и получают эфирная маска. По сути, у цитрусовых эфирное масло – это побочный продукт производства сока. Поэтому цитрусовые эфирные масла недорогие, потому что в больших объемах производятся в мире. Но единственный момент, почему все-таки в аптеках часто синтезируют их, потому что срок годности у цитрусовых масел не более 1,5 лет. Вот. А представляете логистику аптеки, да, чтобы до Владивостока дошло, до в аптеке постояло там 3 месяца, уже 2 раза срок годности кончится. Там есть терпены, которые прогоркают. Вот. Ну, соответственно, хвойные масла тоже дистиллируют. Травяные, там, например, розмарин, заливают траву или хвою водой. Вот. И специальный дистиллятор, он нагревает эту воду, вода начинает испаряться. Вот. И пар, содержащий компоненты этого растения, поднимается вверх, потом он конденсируется, внизу остается вода, а сверху поднимается маска. По сути, это не жирная маска, это именно эфирная маска. Раньше думали, что оно как эфир, да, сходно по составу с маслами и с эфиром. На самом деле это очень сложное соединение, там есть терпены, спирты, разные компоненты, за счет которых как раз и действует маска. И за счет комбинации этих химических соединений у какого-то маска получаются бактерицидные свойства и поднимающие настроение. У другого маска, например, есть компоненты, которые обладают бактерицидными действиями и, например, тонизирующими, да, чекбанрит. Вот. У какого-то маска будут, например, успокаивающие действия, потому что там есть успокаивающие масла. И вот за счет разных этих комбинаций этих компонентов получается свой запах и свои свойства у растения. Вот. И как же их используют? Их используют всегда в разбавленном виде. Они влияют, ну, условно говоря, да, на все 5 оболочек нашего тела. То есть они влияют не только на наше тело, они влияют на наши чувства, на наши эмоции. За счет чего? Потому что когда мы вдыхаем аромат эфирного масла, вот эти компоненты, да, они испаряются и захватываются рецепторами в носу. На каждую ароматическую молекулу, например, есть там коричневый альдегид, терпен, лавандолол, гераниол. И вот на каждую эту химическую там ароматическую молекулу имеется свой рецептор в носу. Всего более 20 миллионов рецепторов в носу. И получается, когда вы вдыхаете аромат,
Вот, то рецептором захватывается эта молекула и поступает в головной мозг. И головной мозг уже знает, да, наш головной мозг хранит информацию во всей Вселенной. И зачем это соединение нужно, да? То есть, если оно обладает бактерицидным свойством, да, так где у нас инфекция, давайте туда направим. Если у нас, например, там нервный срыв, да, неврология какая-то, мы вдыхаем масло с успокаивающими свойствами, и у нас эти компоненты поступают в головной мозг и идет воздействие на нервную, центральную нервную систему. И мы начинаем успокаиваться. И получается, что вот именно воздействие на нервную систему и идет там, снятие напряжения. Да? То есть у нас, с одной стороны, эфирное масло, оно и на физиологию действует, да, за счет бактерицидных каких-то свойств, иммуностимулирующих. Вот. И в том числе на нервную систему воздействует. Это значит влияет на наши эмоции, на наши чувства, на наши мысли влияет. Очень интересно, я как раз провожу аромадиагностики по эфирным маслам, когда по определению, например, по карте ароматов, мы видим, что если человек выбирает цитрусовые масла, да, в плюсы ставит, значит, он позитивный человек, жизнерадостный, больше видит позитивного в жизни, чем негативного. Вот. Если человеку нравятся хвойные масла, мы можем говорить о том, что это ответственный человек, что он доводит дела до конца, ну и что у него, соответственно, может страдать иммунитет, скорее всего. Вот. Если человек выбирает какие-то определенные масла, мы можем даже сказать о его религиозных предпочтениях. Вот. По эфирным маслам, да, по запаху, какие масла нравятся, какие нет, я могу тоже рассказать о том, какая женщина, да, как женщина, какие ей мужчины нравятся, и, соответственно, какой мужчина, да, какими он качествами обладает мужскими, и какие ему женщины нравятся. Это все работает на уровне физиологии, и очень часто, когда меня приглашают, я рассказываю, да, вот мы все обращаем внимание на слух, на зрение, а не обращаем внимание на обоняние. Но тем не менее, спутника жизни мы себе выбираем именно по обонянию. Вот. И потому что это гормоны. Если нам нравится этот человек, да, по запаху, значит, он нам даст здоровое потомство, и нам хочется взаимодействовать с этим человеком. Вот почему цветок пахнет, да? Чтобы привлечь пчел, чтобы его опылили. Точно так же наша гормональная система работает. Мы друг друга привлекаем по запаху. Вот. И мир растений, он тоже очень интересный. Он многое может рассказать о тебе. И за счет того, что это такие невидимые, по сути, там, душа растения, да, невидимый какой-то эфир, вот. Очень маленькая у них молекулярная масса, поэтому косметика с эфирными маслами, она работает в глубоких слоях кожи. Как это доказать? Вы можете взять столовую ложку масла растительного масла, капнуть туда 3 масла, 3 капли масла эвкалипта, нанести на спину, и через 40 минут вы будете выдыхать из легких компоненты эфирного масла эвкалипта. Почему? Вы вроде бы нанесли же масло на спину, да, с компонентами эфирного масла эвкалипта, а выдыхаете из легких, потому что компоненты эфирного масла эвкалипта проникли в глубокие слои кожи, поступили в кровоток, и легкие с кровью уже омываются с компонентами этого масла. И таким образом здесь тоже доказывается, что когда вы покупаете косметику с эфирными маслами, то получается, что она работает в глубоких слоях и восстанавливает функции и регулирует работу желез, и кожа начинает восстанавливаться. Опять же, эфирные масла хорошими транспортными свойствами обладают. То есть они протягивают с собой в кожу другие компоненты. Соответственно, не рекомендуется использовать эфирные масла натуральные в химическую косметику, потому что вместе с натуральным эфирным маслом в глубокие слои может, например, проникнуть нехороший консервант. Да, или какой-то компонент нежелательно. Вот. А в натуральной косметике, наоборот, помогает хорошим компонентам проникать в более глубокие слои. Вот. И потом, у нас же мы уже отметили, да, что все живут в стрессе. А эфирные масла, когда ты, например, наносишь косметику, да, ухаживаешь за собой, то получается, что у тебя еще успокаивается, да, настроение, снимается чувство стресса, беспокойство уходит. Потому что эфирные масла в 90% случаев обладают бактерицидным свойством, и в 70% случаев они обладают успокаивающим действием. То есть регулируют работу нервной системы, успокаивают. Вот. Ну и, соответственно, вот эфирные масла – это целый мир, про свойства которого можно тоже рассказывать.
Еще, Алексей, могу немножко у нас осталось рассказать, если интересно, по биоритмам кожи. Да, Как в хорошо. течение дня ухаживать за кожей. Вот ты же этот интересный момент. У нас не было такой культуры вот в советские времена, да, как правильно за собой ухаживать. Вот, но на самом деле наша кожа также живет по биоритмам, как и мы. Утром, да, она более готова к принятию полезных компонентов. Вечером коже также нужно отдохнуть, как и нам. Вот, то есть мы не наедаемся, да, там наелись и пошли спать. То есть мы обычно за 2 часа до сна не кушаем уже, да, чтобы все переработать и отдыхать дальше. Точно так же и кожа. За 2 часа до сна не рекомендуется наносить косметику, то есть желательно прийти с работы, очистить кожу, нанести крем, а потом уже заниматься домашними делами и отдыхом, чтобы не забыть. Вот. И утром, соответственно, тоже правильно нужно очистить кожу, тонизировать и нанести крем. И тоже вот сейчас зима, не наносите крем за меньше, чем за 1,5 часа до выхода на улицу. Вот, потому что, ну, правда, может потрескаться кожа еще больше от этого. Вот. Соответственно, тоже по сезонам сейчас очень хорошо работают радиаторы, сухой воздух в помещениях, поэтому желательно увлажнять волосы, делать какие-то увлажняющие маски, восстанавливающие кожу, делать увлажняющие маски. Вот. Ну и, соответственно, питательные продукты для кожи рук, для кожи лица, чтобы зимой кожа была напитана полезными компонентами. Весной часто уже начинается, что нужно от выпадения волос использовать маски, потому что все равно стресс, который как раз предновогодний, дает о себе часто знать, волосы начинают выпадывать. Вот. Ну и потом общий авитаминоз. Соответственно, тоже питательные какие-то маски используйте, восстанавливаете структуру волос от выпадения, маски используйте. И тоже я рекомендую вот как раз какие-то антицеллюлитные программы тоже весной. Часто женщины начинают готовиться к лету весной. Вот, и скрабы, потому что летом у нас кожа загоревшая, не хочется скрабировать ее. Весной можно как раз провести процедуру там пилингов или, ну, не перед самым выходом, конечно, пилинги там свои применения, но вот скрабы, например, чтобы кожу обновить. Вот. Но летом, в принципе, вот у нас в компании есть продукт гидрофильная маска. То есть правильное очищение, наносишь маску на кожу, оставляешь на 2 минутки, очищает кожу, смываешь водой, и оно превращается в молочко. То есть из маска делается молочко, легко смывается, и кожа, например, летом даже не требует крема. То есть кожа дышит, правильно очищена. Вот, то есть летом тоже можно использовать какие-то легкие продукты. И как раз здесь летом тоже хорошо использовать гидролаты. А гидролаты – это как раз побочный продукт производства эфирного масла. Мы говорили, что когда дистиллируется эфирное масло, то когда конденсат пара, да, охлаждается, получается, что сверху эфирная маска, внизу гидролат, цветочная вода. Он содержит полезные тоже компоненты растения. По сути, это такой чистый экстракт растения. Его часто тоже используют как тоник для лица, спрей для волос. Брызгают тоже волосы, чтобы восстановить структуру. И что еще я хотела сказать? Ну, кто-то учитывает в том числе, например, чтобы волосы лучше росли, да, что на нас влияет не только на солнце, да, по временам года, на нас еще влияет на самом деле луна. Потому что есть приливы, отливы, да, и женский организм очень зависит тоже от фазы луны. Поэтому тоже говорят, что лучше на растущую луну делать все, что нужно, чтобы росло, кожа хорошо питается в это время, маски питательные делайте, да, подстригайте волосы, чтобы волосы хорошо росли, питайте корни волос, чтобы лучше укреплялись волосы. А когда убывающая луна, то тогда наоборот организм избавляется, да, от лишней жидкости. Здесь хорошо как раз на убывающую луну антицеллюлитные программы какие-то делать, избавляться от папиллом, от каких-то гнойничков, акне, да, вот, потому что если на растущую луну от акне избавляться активно, то можно, наоборот, еще только расти воспаление, вот, она убывающая, очень эффективно проводить такие процедуры, вот. Ясненько, ясненько. Так, дальше еще вопрос появился у нас в эфир.
От Олега из Иркутска. Здравия, соведущий. В магазинах парфюмерии продаются изделия с надписями 99% нашей продукции содержит природные компоненты. А какие синтетические добавки, например, в те же масла для кожи, аннулируют всю пользу от природных компонентов данной продукции? Благодарю. Ну, сами по себе я говорю, что иногда производители, я сталкивалась, когда пишут, например, что не содержит парабены, а написано в составе фенохен. Да, фенохен – это как раз химическое, ну, коммерческое название консерванта, содержащего парабены. Вот, и получается, что вроде пишут, что натуральное, а за вот такой уловкой скрывают консерванты сильные. В основном, конечно, все-таки избегайте аллергенов, парабенов и СЛС. Очень много компонентов, которые желательно избегать. Но их такой огромный список, что начните хотя бы вот с таких несложных компонентов, которые легко вычленить. Ну и минеральные масла, пропиленгликоль желательно тоже, чтобы не присутствовало. Вот. А также, знаете, если начать изучать историю, как вообще производят современные растительные масла, подсолнечное, например, если изучить этот вопрос достоканально, то вы поймете, что вы не хотите это масло употреблять внутрь. Потому что там настолько издеваются над этим маслом, там используют в том числе и химические растворители, которые удаляют из масла, да, чтобы как можно больше семечка отдала жира. Вот, используют химические растворители, потом эти растворители удаляют, потом масло вымораживают, потом охлаждают. И получается, что подсолнечное масло современное часто настолько тоже не полезно, что не только в косметике может какое-то масло быть не холодным способом получено, да, каким-то химическим, и, соответственно, будет вредно, но и даже для питания масла могут быть не полезными для кожи. Вот. Поэтому желательно, конечно, чтобы и масла были холодного отжима, вот, не горячего. Потому что если горячий отжим у масла, там выход больше масла, но оно уже начинает прогоркать еще в процессе производства. Вот. То есть тоже нужно выбирать производителя, которому доверяете. Хорошо, но здесь, если 99% продукции, как написано, содержит природные компоненты, наверное, 90% из них это вода, может быть, да? А остальное там как так, по мелочи. Так что, может быть, и не обманывают на самом деле. Ладно, идем дальше. Вопрос эфира от Васильича. С Поморья. Ну, поскольку человек с Поморья, то вот он задает вопрос. А как правильно делать обертывание ламинарией? И как часто можно это делать? Вот такой у нас Васильич интересный вопрос умеет задать. Наверное, лучше этот вопрос спросить косметолога. Вот. Косметолог, он уже более подробно расскажет по вашей проблеме. При вашей проблеме, как часто вы делаете эти обертывания, потому что кому-то достаточно 2-3 раз, а кому-то нужно более длительный курс проводить. Тут лучше уже к косметологу обратиться. Я думаю, что Василий Васильевич сам прекрасно знает, это просто он как бы так проверочный вопрос такие выбрасывает. Сам на Поморье живет, вот он пользуется этой привилегией, что там у них этой ламинарии, просто вот завались. Много всего интересного, и ламинарии, и бриллианты есть. Но про бриллиант тут вообще это отдельная тема. Тут я уже не читаю все выдержки по бриллиантам. Ну ладно, хорошо. В общем-то, все вопросы мы озвучили. Ты можешь еще продолжить развивать тему, от себя что-то сказать. Если еще что-то не сказал. Если сказал, то мы можем заканчивать сегодняшний наш эфир. Ну да, я еще хочу отметить, что когда косметика идет с эфирными маслами, то желательно, чтобы она была в стекле. То есть тоже сама по себе упаковка тоже важна в косметике. Потому что эфирные масла, за счет того, что они обладают маленькой молекулярной массой, они проникают в том числе и в пластик. И получается, что компоненты пластика со временем могут переходить тоже в продукт. Да, и получается, что это же минерального масла в составе нет, а часть пластика перешла в продукт. Тоже не очень хорошо для кожи. Вот. Соответственно, тоже выбирайте упаковку, которая там не баночка, например, открутил баночку, и там все рукой залазишь в эту баночку. То есть в таких баночках как раз, скорее всего, либо много консервантов, потому что когда используешь, просто залазишь туда рукой, заносятся бактерии. И чтобы не загрязнялся продукт, производитель добавляет много консервантов. Либо если написано натуральная косметика, то она, скорее всего, долго не проживет. Поэтому лучше используйте какие-то флакончики с дозаторами,
чтобы или шпатели специальные, чтобы не рукой пользоваться продуктом, а именно чтобы продукт сохранялся на протяжении всего срока годности. Ну, еще, наверное, можно сказать по возрастам. То есть тоже разный вопрос. Сейчас многие говорят, да, вот там преждевременное старение. Вот, с какого возраста начинать? В основном женщины, конечно, начинают более активно пользоваться косметикой с 30 лет. Вот, ну, с 25 начинает пользоваться, с 30 уже идет запрос на какое-то преждевременное старение. С одной стороны, конечно, это правильно, потому что чем раньше вы начинаете заботиться о коже, тем как бы меньше морщин у вас будет появляться. Но тут тоже зависит еще от качества косметики, потому что если вы усугубляете, да, здоровую кожу какими-то химическими компонентами, то получается, что она, наоборот, будет хуже выглядеть у вас, чем у женщины, которая просто не пользовалась косметикой, вот, а у нее кожа будет более здоровой и меньше морщин. Вот, что еще рассказать? Вот как-то так, да? Ну что ж, хорошо, вопросы мы все исчерпали, и повеселились, и посмеялись, и рассказали, мне кажется, очень о многом полезном и важном. И в заключение у нас есть такая традиция, когда говорящий что-либо желает тем, кто его слушал. Вот у тебя есть возможность, основываясь на той теме, которую мы сегодня рассматривали, пожелать нашим радиослушателям что-либо хорошее от себя. Ну, на самом деле, я восхищена слушателями, какие интересные вопросы сегодня были. Я очень люблю интересные вопросы, необычные вопросы. Вот. Желаю оставаться такими же позитивными, желаю здоровья тем, у кого уже, например, есть какие-то проблемы. Вот. Ну и я думаю, что хорошее настроение и желание изменить этот мир или раскрыть себя в этом мире – оно позволит лучше себя чувствовать, найти работу, которая будет без стресса, найти свою вторую половинку, если у кого-то еще нет, да, которая тоже будет позволять раскрывать себя, жить в гармонии с собой и с природой. Ну и удачи каждому. Спасибо большое, Алексей, за эфир. Ну что ж, благодарю тебя за участие в эфире, о том, что интересно все рассказывала. Напоминаю, что Народное славянское радио не является коммерческим радио, то есть мы никакую платную рекламу никому не оказываем, но если мы видим, что что-либо производится полезное для людей, то в этом случае мы ни в коей мере себе не отказываем поговорить с человеком, который занимается этим вопросом, для того, чтобы о нем узнало больше людей и для того, чтобы люди становились здоровее. Потому что те, кто выпускает какое-то плохое что-либо, они и так себя рекламируют и в большом количестве людей травят. А вот те, которые выпускают что-то хорошее, как правило, сталкиваются с вопросом, а где взять деньги на рекламу, как это в песне, да, где мне взять такую тещу, чтобы, тещу, чтобы купила «Жигули», как в Советском Союзе пилось. Так вот, вот это извечная проблема. Когда человек делает что-то хорошее, у него очень часто нехватка идет денег на рекламирование себя, своих каких-то услуг, своих продукций. Вот в этом случае мы тогда уже себе позволяем, но опять же, на безоплатной основе просто рассказать о том, что есть и другие составляющие нашей жизни, которые более полезны. Ну, заодно еще и уберечь наших радиослушателей от каких-то действий, покупки, приобретения чего-либо плохого, в том числе, как сказать, просветительская деятельность здесь предусматривается. Вот, в заключение мне остается напомнить, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 ноября 2016 года вторник, по одному из старинных 15-й день месяца Новых Даров 7525 лета, четверик. Здоровая красота, путь к молодости через природу, такова была тема сегодняшней нашей беседы. Автор, соведущая Екатерина Александровна Матанцева. И сайт, здесь уже спрашивали, какой сайт, я уже здесь даже сбрасывал, mi-co.org, если вдруг там вы заинтересовались какими-то вопросами, вернее, какой-то продукцией, или хотя бы хотите узнать, что там и где, вот, то, пожалуйста, mi-co.org. В заключение мне остается поблагодарить всех наших радиослушателей за, на самом деле, вопросы по теме, вопросы достаточно интересные. Кать, тебе низкий поклон за участие. Приходи еще, если какие-то будут интересные темы, приходи сама, людей хороших приводи. Я думаю, что надо помогать друг другу для того, чтобы наш мир становился
лучше. Вот такое время просто пришло делать мир лучше, а не просто быть пассивным наблюдателем. Но, товарищи, друзья мои, без фанатизма. Итак, прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого хорошего. С вами был Алексей Орлов, Народное славянское радио. До новых встреч, услышимся. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.